On behalf of FOIA Media Institute, I would like to welcome you to this third conference on sharing media experiences. I'm honored and humbled to stand here before you, knowing all the hardships that have been thrown upon you this last year. And yet you are here, refusing to give up, sharing experiences with each other to build strength and resilience. That's really the only way of doing it, especially in times of hardship, sharing experiences, discussing challenges, maybe even have a laugh together to lift up the spirits. I hope the partnership shown in the ECER program and the value you all give each other by joining FOIA in this program will support your work during the conference and maybe more importantly, once you're back home again in your offices and newsrooms. So thank you for giving a fight. And again, welcome. Уже наше официальное приветствие состоялось. Я хочу теперь передать слово модератору нашего сегодняшнего дня, менеджмент в кризисные мирные времена. Я передаю слово Юлии Слуцкой, основателю пресс-клуба Беларуси. И Юлия, я думаю, что я как человека с многолетним опытом руководителя, человека, работавшего на руководящих должностях, есть, наверное, много что сказать. Пожалуйста, слово тебе. Добрый день всем. Очень рада вас видеть. Мы первый раз встречаемся с вами вот так онлайн со всеми. Я помню нашу первую встречу, она была в Минске, в пресс-клубе. Это была наша первая конференция. Не забыть нашу вторую встречу, она была в Грузии, в Тбилиси. Она была совершенно незабываема. И вот сейчас мы встречаемся с вами в онлайн. Нас всех за это время пинком просто выкинула, выпихнула жизнь в антикризисный менеджмент. Мы все очень многому за это время научились. Онлайн — это не только вынужденная необходимость. Онлайн раскрывает в том числе новые возможности. Вот как сейчас мы только что с вами получили привет из Швеции. В общем-то, сейчас, открыв целый мир, мы просто обязаны этим миром делиться. Делиться друг с другом. С вашего позволения, я еще чуть-чуть дополню Веронику по правилам нашего сегодняшнего дня, потому что вопросы мы будем озвучивать. Озвучивать их буду я с помощью нашего волонтера, который будет мне их присылать. Но будет это не после каждой сессии, а после нескольких спикеров. И поэтому у меня огромная просьба, как только какой-то вопрос приходит к вам в голову, будьте добры, сразу его пишите, потому что написание вопросов занимает времени, а если у нас они будут заранее, нам будет проще озвучить и сгруппировать, чтобы все было. И второе, мы поняли, что когда мы с вами все вместе, то обязательная часть – это наш опыт, да? Когда опыт одного – вызывает у других желание поделиться своим опытом. И мы не хотим лишать этого всех нас. И поэтому в конце у нас будет время на вот такие реплики, которые касаются именно нашего собственного опыта, соотнесения с тем, что мы услышим сегодня. Поэтому тоже, пожалуйста, если у вас будет желание высказаться, дать какую-то реплику по поводу вашего опыта, пишите в чате, и мы в конце конференции, я надеюсь, у нас останется на это время, мы, по крайней мере, его запланировали, дадим всем слово. Все, я на сей раз наше такое вступительное слово заканчиваю и очень рада предоставить слово нашему дорогому гостю. А он у нас очень дорогой, это такой давний друг, в том числе пресс-клуба «Беларусь», который был у нас в Минске не один раз, вдохновлял нас не один раз. И сегодня Гжегош Пехота, исследователь Международной ассоциации новостных СМИ, вдохновит нас, и я вот просто в этом нисколько не сомневаюсь. Гжегош это умеет. Гжегош, тебе слово.
Да. Спасибо большое, Юлия. Спасибо вам всем за приглашение. Доброе утро. Меня зовут Грегош Пехота. Я работаю исследователем в Международной ассоциации новостных СМИ INMA. И я рад видеть многих коллег из России, из Беларуси, из Украины, Польши. И тоже приятно познакомить новых. Я буду сегодня говорить о бизнес-моделях и трансформации новостного медиабизнеса в эпоху пандемии. Давайте, пожалуйста, я бы хотел вам поговорить чуть-чуть об себе, что я. Но я работал журналистом в Польше, был редактором po novościach w gazecie wyborczej w Polsce. I несколько лет назад я уехал в США, где работал в Гарвардском университете и Гарвардской школе бизнеса. После этого я работал в Оксфордском университете, где был исследователем, который работал с новостными бизнес-моделями в весь мире. И уже 2 года работаю с Международной ассоциацией новостных СМИ. У меня несколько книг, над которыми я работал. Самая новая – это «Цифровая революция и стратегия трансформации», «Unlocking the Customer Value Chain», над которой я писал вместе с профессором Гарвардской школы бизнеса Талесом Тишером. Чуть-чуть об INMA. Это ассоциация, где 15 тысяч членов в 71 стране мира. Это большинство издателей в Европе, в США и в Индии. У нас нет, я думаю, членов в России, один член в Украине. Но то извините, пожалуйста, много. Я буду делиться сегодня опытом этих издателей, которые есть членами мира, членами INMA. Это значит, что думаю, что это будет полезный опыт тоже для вас. Главные вещи. Пандемия ускорила переход потребителей и рекламодателей в цифровое пространство. Вы уже это знаете, но я вам покажу некоторые данные, как это выглядит на Западе. Настал момент, сейчас или никогда, чтобы спланировать и подготовить ваш издательский дом к будущему, где есть исключительно цифровое пространство. Я вам покажу, как издатели работают над этим, как они планируют такое будущее. И чтобы достичь успеха, мы знаем уже, что надо определить для себя главную цель, инвестировать в журналистику, вооружить свои команды необходимыми данными и быстро учить опытным путем. И будем об этом говорить сегодня. Начнем, что происходит в разгляд пандемии в весь мире. Мы видим, что люди ищут качественную журналистику. Как мы смотрим на динамику ежемесячных посещений определенных новостных сайтов, мы видим большой рост для этих сайтов, в которых есть хороший бренд, где работают журналисты. Это могут быть общемировые новостные бренды, как New York Times, или национальные бренды, как Bild Zeitung в Германии, или Aftonbladet в Швеции, или Folha de São Paulo в Аргентине. И мы видим, и мы смотрим тоже на местные новостные бренды, как Boston Globe, или Kleine Zeitung в Австрии, или Neue Osnabrücker Zeitung в Германии. Мы увидим, что все эти качественные бренды, они получили большой рост трафика за последние, во время пандемии, от марта этого года. Мы тоже видим, что в пандемии потребители чаще, чем когда-либо, готовы платить за новости онлайн. Что вы видите здесь, это данные для 300 новостных сайтов с подпиской в весь мире.
И вы видите изменение продажи онлайн-подписок помесячно. Это будет все данные относительно продажи подписок в феврале. Вот вы видите, в марте это плюс 80%, в апреле плюс 93%, 93%, 69% в мае и так далее. Что это значит, что больше людей искало качественной журналистики, но люди тоже знали, что надо за это платить. И это большая перемена, да, в мире. Как мы смотрим на что происходит в рекламе, но это по-другому, потому что рекламодатели, конечно, раскачают расходы. И как мы смотрим на динамику доходов новостной индустрии в США, например, и прогноз, что будет, но мы говорим об двух сценариях. Сценарий для быстрого развития экономики и сценарий для медленного развития экономики. Но мы видим, где все это идет. И это идет в жопу. Да? Но мы, конечно, не знаем сейчас, как будет экономика развиваться, но есть другой атака пандемии. Это значит, что может быть, что сценарий для медленного развития это будет медленное развитие для экономики в мире. И это значит, что если мы думаем над главными источниками доходов в новостных СМИ, это будет реклама, например, реклама в принте, в печатной прессе, это не будет хорошо. Так мы это смотрим на Западе. И поэтому много издателей думает, надо быстрее трансформировать наши издательские дома к интернету. Но, конечно, как мы смотрим на самых главных лидеров СМИ в мире, мы видим, но у них уже хорошо. Да? New York Times сказал, что на конец второго квартала 2020 года у них уже 5.7 миллионов цифровых подписчиков. Да? The Washington Post сказал меня за последнюю неделю, у них уже 2,5 миллиона. Да? The Wall Street Journal сказал две недели назад, у них уже 2,2 миллиона 200 тысяч подписчиков. Но, конечно, это происходит на Западе. Самые большие сайты – это сайты на английском языке. Но мы видим тоже такой тренд в нашей части мира. Например, в Польше газета «Выборча» самый большой ежедневник. У них уже 240 тысяч онлайн-подписчиков. Но, конечно, нам большинство издателей пытаются за ними угнаться, за этими лидерами. Но разница между лидерами и другими в том, что эти лидеры начали цифровую трансформацию много лет назад. Да? И это они сейчас видят плюсы этой трансформации, да? Что в New York Times в этом году доходы от читателей в 4 раза больше доходов от рекламы. И как мы смотрим на сколько это денег за первые 6 месяцев, это 70 миллионов долларов из рекламы цифровой и 270 миллионов долларов с цифровой подписки. Да? Но посмотрите, пожалуйста, когда они начали менять свою компанию. Но работали, конечно, над рекламой по онлайне, как все издатели, от начала интернета, но это не работало хорошо. После 30 лет это 70 миллионов. И, конечно, это бы было меньше, если они бы не начали продавать тоже брендовый контент, native advertising. Они начали это делать в 2014 году, но без того это бы было, не знаю, 30 миллионов. Да? Но 9 лет назад они начали продавать цифровые подписки. Им очень повезло, поэтому у них такой хороший доход с этих подписок. Но и 4 года назад тоже начали продавать другие продукты, не только подписки, например, телефон, да, в e-commerce, в модели e-commerce. Но и это сейчас уже 20 миллионов долларов. Это,
это, можно сказать, прибыль. Это не только доход, это прибыль, потому что, конечно, продукты, которые они продают, но то это бы было по моих эстимациях, это бы было там $150 миллионов, но, конечно, их прибыль с этой продажи, это будет 20 миллионов. Но то можно сказать, что кто начал раньше, ранее, тому повезло лучше, чем другим. Да? Но много издателей сейчас начинает такую работу. И это пример стратегического планирования, это данные, это реальные данные для обычного городского издательства в США. Это их план, сколько денег у них, какие у них доходы, расходы и прибыль в этом году, и что они планируют, что будет через 5 лет, когда у них уже не будет печатной версии ежедневника. Да? И что мы видим, как мы анализируем, что будет? Но будет то, что, конечно, если у них не будет печатной газеты, не будет продажи с печатных газет, не будет подписок печатных, не будет рекламы печатной, но не будет тоже расходов на это. Не будет расходов на печать, не будет расходов на распространение. И в результате компания будет меньше, да? Будет 43% дохода, будет 41% расходов. Но может быть, этот план для этой компании, что они хотят быть больше прибыльными, чем раньше. Да? То это значит, что медиакомпании СМИ в будущем, как они будут исключительно по онлайне, у них это будут меньшие компании, но могут быть более прибыльными. Но как это планировать? Это много людей спрашивают, но то давайте пример. Но это очень часто люди думают так. Но наш главный цель – это чтобы профинансировать в будущем нашу журналистику. Да? Это потому, это повод, для которого мы есть в этом мире. Да? Это наш главный цель. Но то давайте возьмем расходы на Newsroom и подумаем, но нам надо зарабатывать деньги на Newsroom, но и, конечно, будут другие функции тоже важные, там технология, продвижение, продажа какой-то рекламы цифровой, будет какой-то прибыль с рекламы цифровой. Но то сколько нам надо денег? Очень часто люди видят, что это будет итоговая сумма должна быть примерно в 2 раза больше расходов на Newsroom сегодня. Да? И так они найдут эту сумму, за которой им надо искать. Но и эта сумма, 2 раза расходов на Newsroom, это может быть ваша полярная звезда. Это деньги, которые вам надо зарабатывать по онлайне через там несколько лет, например, через 3 года или через пять лет. И чтобы мы можем использовать эту полярную звезду, чтобы привести компанию в безопасную гавань, как раньше люди на море. Но пример такой полярной звезды, но для New York Times это было $800 миллионов цифрового дохода в этом году или 10 миллионов подписчиков к 2025 году. Но мы можем как использовать такую полярную связь для себя. Это пример, это модель, какие вопросы вам надо спрашивать себя. Ну то какая у вас главная цель, полярная связь? Например, это может быть доход, которым нам надо, чтобы сохранить свою журналистику. Каких результатов нам нужно достичь, чтобы к этому прийти? И какие шаги могут привести к этим результатам? Да? Это 3 вопроса, которые вам надо спрашивать, как вы будете делать свой стратегический план развития и трансформации.
Но как это выглядит в практике? Ну, это примеры. Какие могут быть эти главные цели, эти полярные звезды? Ну, например, может быть финансовая цель. Достичь доход, не знаю, в 1 миллион долларов к 2022 году. Или достижения. Наиболее часто загружаемое новостное приложение в стране к 2021 году. Или ценность для читателей и журналистов, например. Набрать 25 тысяч подписчиков к 2023 году. Или социальная польза. Новостной источник, которому более всего доверяют в стране. Да? И ты ищешь этого по опросах к 2025 году. Это важно, чтобы это был всегда дедлайн для этих планов. Но как мы уже знаем, какая главная цель, можем подумать, но какие результаты можно считать хорошими, чтобы получить эту главную цель. Ну и это могут быть разные прибылы. Нам надо сделать рост прибылов, не знаю, с подписки на сумму к время, да, или рост прибылов из программатической рекламы на сумму к время, или сокращить расходы на такой с печатной версии на само время. Это будет, думаю, не такие сложно, чтобы сокращить расходы спринта. Но продукты. Можно запустить новый продукт, какие там время, или закрыть какие продукты. С потребителя можно получить каких там потребителей к время, чтобы получить такой там доход из рекламы или из подписки, или удержать количество потребителей. Как мы думаем об наших людях, можно нанять людей или обучить их, или сменить их людей. То это будут разные результаты. Ну и сейчас, как у нас уже есть эти результаты, нам надо подумать, но что мы будем делать, чтобы такой результат получить. Если вы хотите думать об подписки по онлайне, могу вам рассказать, это данные, это такая, можно сказать, это воронка читателей, да, то вы это тоже используете в своих издательствах, думаю, но это на основе 300 новостных изданий, то это данные для этих 300 изданий, вы увидите средний сектор, верхний и нижний сектор, это значит, что средний, то это будет средняя для всех этих 300 новостных изданий. Верхний сектор, это будут те, которые работают лучше, чем средняя. И нижний сектор, это будет ниже 25% всех этих издателей, какие результаты они получают. Но то, что мы знаем? Мы знаем, что подписки оформит лишь очень маленький процент читателей. Да? И профиль этих читателей будет для нас очень важный. Во-первых, большинство читателей, которые приходят на сайты, это люди, которые читают очень мало. 67% это люди, которые приходят только один раз в месяц. Вы не продаете им ничего. Можете их искать, чтобы там продавать программическую рекламу, но в принципе это не ваши читатели, это как люди на вокзале, которые там ходят влево, ходят направо, но, конечно, они ничего не покупают, да. Но нам надо фокусировать на этих активных пользователях, например, пользователях, которые делают 10 или больше просмотров через месяц. Средняя цифра – это 4% всех читателей, это люди, которые активные пользователи, которые делают 10 или больше просмотров через месяц. Но, конечно, важно, сколько пользователей видит наше приглашение, чтобы платить, или видит наше предложение, чтобы зарегистрироваться. Об этих только маленький процент будет регистрироваться или будет подписаться. Например, как мы говорим об подписке, 1%, меньше 1% людей, которые увидели предложение на сайте, будет подписываться. Такие результаты
Такий середній результат для 300 новостних сайтів в Європі і в США. Ну і, звісно, який там процент буде одновляв підписку. Середня – це 90% людей, які підписали, будуть обновляти цю підписку після першого місяця. Это важно. Важно, что мы говорим об маленьком проценте читателей. Это значит, что будет много людей, которые не будут платить, это нормально. Поэтому эти сайты очень часто работают в формате freemium. Это значит, что часть сайта будет бесплатной, часть сайта будет платной. Конечно, люди, которые платят, это будет маленький процент, но они будут платить большинство затрат, расходов этого издателя. Но как найти этих людей, которые хотят платить? Но как мы запустили искусственный интеллект на данных 5 новостных изданий в Европе и в Азии, что мы увидели? Это будут люди, которых мы знаем давно друг друга. Это будут люди, которыми часто встречаемся. Это, которые приходят часто в наш сайт. Это что активные пользователи, и это будут люди, которые заходят в премию. Да? Это значит, что трафик, который вы получаете на Фейсбуке и на Телеграме, это все хорошо, но для рекламы это люди, которые не подпишут в большинстве, не покупают подписки. Это значит, что нам надо так работать, чтобы люди приходили на наш сайт на премию, чтобы приходили часто. Мы можем, например, продолжать им, чтобы зарегистрировать, чтобы они получали какие там ссылки на почте. Это очень главная вещь для многих издателей на Западе, чтобы рассылать ньюслеттеры и такие ссылки на почте. Ну и, конечно, люди, которые любят наш бренд, ходят напрямую, мы их знаем давно, приходят долгие время, это будут люди, которые будут хотели вам платить. Но, как мы уже знаем, кто, то нам надо спросить, что они хотят. И очень популярный будет такой анализ, что несколько ваш контент отвечает потребностям читателей. Это пример из Норвегии, издательство А-Медиа. Посмотрите, пожалуйста, справа. Они сравнивают количество премиум статей и процент подписчиков, которые читали эти статьи, читающих эти статьи. Ну и что мы видим здесь? Мы видим, что они пишут много статей о культуре, но их подписчики не читают это много. Но они не пишут много об транспорте или здоровью, здравоохранению или недвижимости, но люди хотят об этом читать. Ну и это значит, что после такого анализа можно искать баланса между контентом, который предлагает Newsroom, спросом со стороны подписчиков. И мы хотим инвестировать в контент, который хотят читать люди. Мы хотим улучшать этот контент, что нам кажется, нам самим кажется важным, но не кажется таковым с точки зрения людей. Нам надо работать. Конечно, не всегда люди хотят читать, что кажется важным нам, но мы потому журналистами, что мы хотим людям помочь понять, что тоже важно происходить в нашем там городе или стране. И, конечно, мы хотим урезать все остальное, потому что мы всегда не можем писать об всем. Нам надо фокусировать на вещах, которые будут менять будущее нашей компании. И поэтому это лучше, чтобы журналисты работали над том, что важно для нас или прибыльно. Ну и наконец, важно, чтобы вооружить людей данными. И это пример такого, не знаю, как это сказать на русском, workflow. Да? Это такая схема работы в Newsroom. Это пример, это очень популярный спортивный сайт Athletic. В США у них 1 миллион подписчиков по онлайне. Как это работает? Ну, есть, конечно, редакторская команда, которая создает контент.
который затем будет распространяться командой, работающей с аудиторией. То у них будет люди, которые будут думать, этот контент на сайт, это контент на почте, это контент на Facebook, это контент на Twitter и так далее, и так далее. Как они получают данные, где хороший контент для данной статьи. Да? Если мы пишем об, не знаю, футболе и какой там клуб из Москвы, но то эта команда по распространению будет спрашивать, ну, то где мы найдем этих людей? Может, их найдем на Фейсбуке, если они есть какая-то там фан-клуб людей, которые любят этот клуб. Или может их найдем на Телеграме, надо нам сделать какую-то группу для людей, которым интересна наш спортивный клуб. Или там команда с нашего города им интересна и так далее. Но то это будут люди, которые будут думать, ну, у нас есть хороший журналистический контент, но надо нам подумать, где это распространять, чтобы найти таких людей, которые им интересны, и таких людей, которые могут быть нашими подписчиками. Да? И есть тоже команда по маркетингу, которая смотрит, которые истории были очень эффективны, и они будут, у них будет цель, чтобы увеличить рост числа подписчиков, он будет работать во время с платной рекламой, чтобы, но если мы знаем, где найти каких там людей, то может нам надо покупать какую рекламу для этих статей, например, через Facebook или через другие рекламные сети. Ну и, конечно, будет команда аналитиков данных, которая будет анализировать, что произошло, которые статьи были эффективны, где распространение было тоже эффективнее, где деньги, которые платные кампании были тоже эффективны. Ну и эта команда оценивает эффективность всех этих работ и будет представлять свои выводы команде редакторов, команде, которая работала с вовлеченностью, или команде, занимающейся ростом. Да. Но мы тоже знаем, запыта наших членов, что рост достигается, когда вы экспериментируете, узнаете новое и повторяете. Да. И это такой процесс, в котором надо людям внутри компании надо работать людям с разными талентами. Да. Это newsroom должна работать вместе с людьми, которые работают в продукте и там в технологиях, и люди, которые работают в маркетинге. Это вы не получите роста, если только newsroom, или только маркетинг, или только продукт будет думать об росте. Надо работать вместе, потому что, ну, как мы посмотрим на воронку там вовлеченности, ну, то вы увидите, что чтобы найти и привлечь хороших читателей на сайт, ну, то newsroomowi надо делать там хороший контент с каналами, с аудиториями поиска и мотивировать делиться контентом. Продукт надо думать, как сделать наш сайт очень быстрым, чтобы люди не сдали на нашей стороне больше, чем несколько секунд. Как можно сделать, чтобы люди могли, например, делиться платным контентом. Маркетинг будет таргетировать примеры хороших статей в соцсетях или, например, может работать над тем, чтобы, когда человек покупает подписку, чтобы там была возможность поделиться подпиской за свою, не знаю, женой или там мужем и так далее. Это значит, что чтобы получить рост, чтобы найти и привлечь читателей, чтобы увеличить частоту их визит, чтобы увеличить глубину их визит, чтобы расширить, что они читают на сайте, это будет работа всех этих частей компании, и им надо работать над этим вместе. И только когда вы будете это делать в такой случае, что будете использовать данными, вы можете получить хороший результат с подписками по онлайне.
Но то главные советы, которыми я хотел поделиться с вами сегодня, это пандемия ускорила переход потребителей и рекламодателей в цифровое пространство. Настал момент сейчас или никогда, чтобы спланировать и подготовить ваш издательский дом к будущему, где есть исключительно цифровое пространство. Чтобы достичь успеха, определите для себя главную цель, это полярные звезды. Инвестируйте в журналистику, потому что люди будут платить за хорошую журналистику, не за все его другие. Вооружите свою команду необходимыми данными, чтобы знать, что люди хотят. И быстро учитесь опытным путем, как получить рост в этом бизнесе. Я знаю, что это все очень сложно, но есть много примеров издательств, которые... самое сложное – это начать. Как ты уже начнешь, то ты будешь учиться. И много издателей, которые начали ранее, у них уже трансформация произошла. Мы видим этого эффекты. Примеры будут или «Газета Выборча» в Польше, или «The New York Times», или другие. Я думаю, что мечтаю, что вам тоже повезет такая трансформация. Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Если у вас есть какие вопросы, давайте, пожалуйста. К вам вернулся ваш модератор. Я пока вижу здесь только комментарии. Может быть, пока кто-то напишет вопросы. Я, если с вашего позволения, задам свой. Грегор, скажи, пожалуйста, ты здесь очень здорово рассказал всю цепочку, план. В этой цепочке был один слайд, который мне особенно запомнился. Это слайд про то, как разные команды слаженно работают над продуктом. Ты знаешь, наверное, состав участников, и ты понимаешь, что большинство редакций, менеджеры, которых тебя сейчас слушают, они, большинство не имеют команды, отдельно команды редакции, отдельно команды аналитиков, отдельно команды маркетологов, продуктологов и так далее. Может быть, у тебя есть кейсы, исходя из твоего опыта, как редакторы сумели организовать эту цепочку малыми силами, не имея специальных отделов? В местных сайтах очень часто будет такая ситуация, что будут те самые люди делать разные вещи. Это, конечно, вы все это хорошо знаете. Но будут тоже разницы. Не все журналисты используют хорошо аналитику, да, по онлайне. И это значит, что если у вас есть такие журналисты, которые могут этого учиться, хорошо, давайте. Но если у вас нет таких журналистов, это значит, что, может быть, надо измена. Это очень, очень сложно получить успех по онлайне, если ты не смотришь на данные, если ты не используешь этими данными в работе. Это во-первых. Конечно, сейчас у вас есть люди, которые, например, работают над технологиями, не знаю, печатной прессы. Но и то же самое будет в будущем. Но вам будет надо какие люди, которые будут работали над технологией вашего сайта и вашего приложения. Это не будет по-другому, да, что не будет никакого, кто понимает, как делать технологию. Это может быть член вашего ньюсрума, это может быть человек с другой компании, с которой вы будете работали над вашим сайтом. Но, конечно, эти функции, они будут везде, но даже если не будет больших команд. Функция – это важно. Функция маркетинг. Кто думает над продажу? Да? Но
кому надо это думать, и некоторые журналисты могут это делать, но другие журналисты не могут. Но значит, если у вас есть такой журналист, который понимает, как продавать вещи, но это можно сказать, потому что может у него быть какие-то опыт с раньше, или он такой характер у него, что он это понимает, но то это может быть хорошая особа, которая будет делать этот маркетинг. Да? Если у вас есть человек, который понимает цифры, это хорошо, но много журналистов не будет это понять, но им надо кого-то, кто будет им объяснять, что это значит, что мы видим в этом Google Analytics, что это значит, что мы можем с этим сделать, да? Как мы можем эти данные использовать, да? Что наши читатели хотят. Все журналисты хотят это знать, что читатели хотят, чтобы понять, что они хотят, и тоже, чтобы понять, что мы можем сделать, чтобы что кажется важным для нас, чтобы это лучше им представлять, да? То я думаю, что, конечно, будет всегда разница между большими сайтами и меньшими сайтами. Будет разница, не знаю, между Яндексом, да, а каким-то местным журналом в городе, где то на Сибири, да? Конечно, будет. Но, в принципе, так как в печатной прессе у нас было важно, чтобы были люди с разным опытом, так тоже будет в будущем. И нам надо понять, что этот опыт будет данные, это будет технология или продукт, да, как это называется в этой компании, и будет это маркетинг. Да. Ну и без того очень сложно будет, чтобы продавать вещи, чтобы улучшать наши продукты, ну и, конечно, чтобы делать наши продукты более полезными для читателей. Спасибо. Спасибо, Grzegorz. Позволь мне резюмировать твой ответ. Значит, если у нас по каким-либо причинам нет возможности нанять нужные команды, например, нет ресурсов или нет просто-напросто даже, условно говоря, людей с такими компетенциями, которых мы могли бы купить, то тогда у нас единственный выход – самим учить этих людей, то есть давать недостающие компетенции нашим журналистам, которые к этому склонны. Спасибо, но у нас есть вопросы, и три из трех вопросов касаются социальных сетей, потому что действительно все больше и все чаще информация расходится по соцсетям, и сайты порой уходят на второй план. У нас есть вопрос от Оксаны Бровко из Украины, у нас есть вопрос от Александра Градюшко из Белоруссии, и он звучит так: есть ли уже удачные опыты подписных компаний в социальных сетях? В ТикТоке, Инстаграме, Телеграме, Ютубе? Есть ли удачные примеры монетизации через соцсети? Если мы говорим об новостных сайтах, нет. Потому что, это просто. Но если подумайте об этих соцсетях как об вокзале. Подумайте, что вы продаете кофе на вокзале. Конечно, много людей ходит в одной, много людей ходит в другой. Люди будут смотреть на вас, некоторые может и купят что-то, да. И вы тоже можете там зарабатывать какие деньги в соцсетях, если сделаете какой-то там брендовый контент и так далее, да. Но если вы пойдете за свою и возьмете свою кофе шоп 200 метров от вокзала. Но эти люди с вокзала не будут за вами ходить, да, потому что им надо знать ваш бренд, ваше качество, надо, чтобы было лучше, чем как вы продавали кофе на вокзале, где, вы знаете, есть много людей, и люди покупают все, да. Но это значит, что это не будет работать так само. И вам надо работать на том, чтобы люди хотели читать вас, не ТикТок, не Телеграм, не Фейсбук, не что-то другое. Вам надо, чтобы они хотели читать вас. А зачем? Потому что у вас будет
качественная журналистика, которой люди могут доверять. Потому что у вас будет большая разница между вашей журналистикой, что вы пишете, это будет правда, а всеми фейк-ньюсами и пропагандой, которая будет в соцсетях. Да? И может быть, что этих людей, которые хотят читать правду и которые хотят приходить на ваш сайт, есть меньше, но в том разница, что 200 метров от вокзала будет меньше людей, чем на вокзале. Но может это хватить, чтобы монетизировать ваш сайт. Но посмотрите, New York Times, у них 150 миллионов пользователей на сайте. Платит меньше 6 миллионов, да, и это хватит, да, то подумайте над этим там, но как можем сделать такую работу, чтобы фокусировать не на том, чтобы искать людей на вокзале, потому что мы можем их искать, но надо их привлечь к нашему кофе, потому что если мы их не привлечем к нашему кофе, они не покупают ничего, будут только смотреть на нас. Да? И в том большая перемена, как издательства работают и как они думают об своих бизнес-моделях. Они уже знают, что вместе с соцсетями мы можем думать об соцсетах как это рекламовые каналы для нас, где можем представлять некоторые статьи, не все, некоторые статьи, чтобы люди познакомились с качеством нашей журналистики, но в принципе, чтобы продавать контент, надо это делать на наших сайтах и в наших приложениях, потому что это не работает по-другому. Есть много людей пробовало это делать, это не работало раньше. Это работает, если люди зарабатывают какие там деньги в этих соцсетях, когда они зарабатывают. Если у них будет специальный контракт с таком соцсетом. Например, Facebook боится, что государство в США будет там, или государство, или Европейский Союз, что им там сделает плохого, но то они хотят быть другими друзьями за СМИ и будут им чуть-чуть платить. Это чуть-чуть, да? Это не будет деньги для всех, это не будет деньги для маленьких, потому что им это не важно, да? Они будут думали, что мы можем сделать, чтобы Bild Zeitung, самая главная газета в Германии, которую читают Ангела Меркель, чтобы они были друзьями с ними. И они будут хотели им платить чуть-чуть. Но это не будет никогда хороший бизнес-модель для малых, это не будет хороший бизнес-модель для других, чем Bild. И тоже для Bilda это не хватит. Да? Потому что, вы знаете, есть там новый программ, например, Google, который рассказал, что будет платить 1 миллиард долларов для СМИ через 3 года, через весь мир. Но то сколько это будет? В весь мире есть 100 тысяч разных СМИ. Да? Сколько это будет? Это будет 10 долларов через 3 года по средним для этих СМИ. Это 3 доллара через год. И даже вам это бы не хватило. Поэтому не искайте и не ждите, как это сказать, что кто вам будет давать деньги, потому что это так не работает, везде в мире так не работает. Это лучше думать, как мы можем найти наших читателей и делать такой журналистику, которая будет для них полезна. И искать таких людей, которые хотят за это платить. Чуть-чуть или больше хотят за это платить. И это в большинстве будут люди, которые хотят читать вас и не других, и поэтому они будут приходить в ваш сайт напрямую, не в соцсети. И это будут люди, которые будут, подписываться на вашу почту, рассылку по почте, или будут читать на вашем сайте. И вы там, в своем доме, можете, в своем магазине, можете их спрашивать, чтобы они вам дали какие деньги, чтобы поддерживать местную журналистику, чтобы поддерживать то, что кто-то сравнивает
разные версии информации, кто будет спрашивать. Кто будет спрашивать вопросы местной администрации, кто будет писать, что он увидел на свои глаза, а не только, что администрация им говорит, что происходило. Это будут люди, которые будут, может, делать тоже качественные исследования, могут это быть люди, которые, у которых будет интересное мнение, что другие будут хотели это познакомить. Это не работает по-другому. Но мы уже говорили о том, чтобы зарабатывать в соцсетях 10 лет назад, 5 лет назад. Это не сработало для никого. И поэтому сейчас люди уже это понимают на Западе, и люди не ищут там своего будущего, ищут это будущее в хорошей релации со своими читателями, да, и видят, что люди не хотят платить за мультимедиа, люди не хотят платить за самые хорошие приложения. Люди понимают, что местные СМИ это не будет так выглядеть, как Netflix. Да? Люди понимают это. Но люди платят за чем-то другим. Люди платят за то, что есть какие-то там журналист, и он спрашивает вместе меня, будет какие-то там журналист, которому я могу доверять. И это важно. И люди это понимают везде, что это важно. Но посмотрите, пандемия нам это представила. Да? Если люди начали бояться, что происходит в их стране, и если они могут доверять своей власти, то где они пошли? Ну, пошли к новостным сайтам, потому что они им доверяют, что если будет что-то происходило в больнице, то журналисты им об этом расскажут. Да? Это важно. Потом люди хотят платить. Да. Спасибо большое, Чек Жегыш. Извини, пожалуйста, за то, что я чуть перебиваю. У нас просто не так уже много времени оно вышло. Но ты сделал просто прекрасную подводку к нашему следующему спикеру, потому что с нами сейчас будет Ивона Плаудия. И это как раз местная газета Тукумского края на западе Латвии. Независимые новости Тукумса с аудиторией около 30 тысяч читателей. Это вот как раз та самая местная газета, которая работает для своей аудитории. И я предлагаю сейчас нам всем послушать Ивону и зайти на экскурсию в ее редакцию. Наш медиа был основан в 2000 году после того, как цензура вынудила редакцию покинуть медиа, в котором долю имел муниципалитет. Это было время нашей революции, когда мы бесплатно в течение месяца доставляли новую газету всем нашим предыдущим подписчикам. За эти годы мы выдержали 3 борьбы конкуренции. Редакция находится в центре бывшего Тукумского района, теперь уезда. Население 48 тысяч человек. После реформы это будет третий по численности уезд Латвии. У нас есть еще один город Кандава, где тоже есть бюро нашей редакции. Открыто один день в неделю. Арендователь наше помещение специально адаптировал под нужды редакции еще при строительстве. Клиентов обслуживаем на первом этаже. Работаем в открытом бюро. Всего у нас 10 сотрудников, 7 штатных, каждый из которых выполняет несколько обязанностей. Один журналист является редактором портала, другой – главой офиса в Кандаве, третий отвечает за социальные сети. Верстальщик также является фоторедактором и архивариусом. 3 сотрудника – корректор, системный администратор и уборщик – работают не полный день. Есть еще внештатники, бухгалтерские услуги покупаем. Основным источником дохода является печатная форма газеты, которая выходит 2 раза в неделю общим объемом 36 страниц и тиражом 3500 экземпляров. Выручка от рекламы и объявлений колеблется от 5 до 7 тысяч евро в месяц. Общий годовой оборот превышает 300 тысяч евро.
В этом году мы участвовали в 7 проектах, общая сумма средств от них достигла 32 тысячи евро. Есть портал, конты в соцсетях, ежегодно издаем местную хронику. Здравствуйте, наверняка вы уже меня слышите. Она очень интересно, здорово придумала. Здравствуйте, я рада вас приветствовать, что вы все в хорошем здравии. И очень хотела поблагодарить Грзегоржа, поскольку то, что он нам как исследователь рассказал, я абсолютно, ну, в принципе, 100% могу и сказать то же самое, как практик. И оказывается, то, что исследователь смотрел там на миллионах и на миллиардах, то же самое мы можем, ну, как говорится, в прямом смысле и определить о себе. Мы эмпирским путем, именно тем же путем прошли и все те самые, ну, оценки своего действия и своего будущего и нынешнего мы можем говорить о себе сегодня. Ну, говорить о пандемии, это, во-первых, первое такое представление, все плохо у нас. Рекламы нету и не будет, реклама унизилась, поменьшилась на, ну, я там проценты подсчитала, ну, население, во-первых, уже уехало, но она как-то перед пандемией все-таки двигалась, и те наши тукумчане, которые живут вот в Англии или в Нидерландах или в Швеции, сейчас, когда началась пандемия, они, в принципе, отключились от читателей. Мы смотрели, что уже за год, это уже предыдущие годы, это были минус 12%. И это единственное, что различается от того, что говорил Грзегорж, поскольку это еще плюс-минус нашей ситуации, что такое маленькое государство, как Латвия, где нету, ну, почти 1,5 миллиона жителей, которые читают на латышском языке, это население маленькое и еще меньше тех, которые читают на латышском языке. Это языковая... у нас очень маленькие рубежи, в которых мы можем вообще говорить о своем действии, о том, как это мы можем вообще монетизировать. И говорить о свободной прессе. Но все остальное, все то же самое, только в меньших условиях. У нас плюс идет от того, что все-таки, так как у нас национальное государство, то СМИ являются, ну, почти сейчас вторым или первым местом, где может жить вообще живой латышский язык. И это тоже, ну, еще один плюс или еще одно, ну, дело, что нам обязательно надо взять на свой ум, да, что мы должны продержаться и как, ну, как такой бастион, не только что мы как традиционально журналистика, там, четвертая власть, и мы держим, смотрим, что политики делают, и ну, обозначаем информацию для своих читателей. Но у нас очень, очень такое большое задание и стоять как на бастионе своего защиты, своего национального языка. Ну, еще у нас, как мы видели в пандемии, да, я уже сказала, что реклама уменьшилась, я говорила, с 5 до 7 тысяч это реклама и объявление, но сейчас мы сразу увидели, что этот упадок был на минус 44%, сразу. На первый и на второй месяц это упало, поскольку вся хозяйственность как-то замерла. Не то, что ничего не случилось, но это и в нашей, надо брать еще наше национальное такое, что мы сразу, как, я не знаю, как кролики, не кролики, а опоссум, наверняка, который застывает. Тогда, когда что-то движется, что-то мы не понимаем, наше общество застывает. И также хозяйственность застыла где-то на 2 месяца. Это мы смотрели, что сразу все застывало и все уменьшилось. Ну да, могу сказать, что понемножку, но мы сразу увидели, да, то же самое, что говорит Грзегорж, что вот цифровая реклама чуть убольшилась.
уменьшилось. Но, знаете, это наше убольшилось, это 0,05, как вы говорите, 0,5 долларов. Да? Если это было 150 или до 350 евро в месяц, ну ладно, сейчас 500-600 евро в месяц, да, это, ну, это самое большое, это уже будет 50%. Да? Так что сравнительно, если сравнить вместе, это каждый месяц это будет 8-10%. В первые месяцы, когда да, пандемия была, это был всплеск цифровой рекламы где-то на 50%. Но могу то же самое сказать, я очень рада, что опять могу только сказать, что Гжегос говорил то, что я все время своим коллегам Латвии говорю, что не надейтесь на рекламу в соцсетях. Никогда она там не будет, пока не будет дигитального налога. И, ну, Жегош определил, я еще такая наивная, я еще думаю, что какой-то налог все-таки удастся поставить в Евросоюзе на этих больших компаниях. Но если этого налога не будет, то никогда у нас нормальной рекламы в этом не будет. На это нам нечего надеяться. И даже если что-то, какой-то процент получится, вы, которые, ну, считаете свою рекламу, и видите и знаете, как работает аналитик Google и остальные. Там есть 3-4 программы, с которыми мы работаем, смотрим аналитику в соцсетях и видим, что пока у вас нету 10, ну, в принципе, надо 15 тысяч уже регулярных просматривателей, чтобы вы могли вообще надеяться на какую-то рекламу из этих больших рекламодателей. А мы, если посчитаем свою аудиторию, это мы в самом случае можем достать 14-15 тысяч. Да? Если вы говорили, что самые высокие достигают 2%. У нас уже есть этот 1%. Но это не дает никакой прибыли, поскольку это все равно мало по численности. И эти большие сетевые, нам это вообще в эту сторону нечего смотреть. Следующий слайд, пожалуйста. Так, нет рекламы. Ну и то, что, с чем мы встретились, так как у нас будет election, выборы, да, в следующем году большие выборы по реорганизации территориальной реформы, мы увидели, что наши политики закрыли двери для у нас был вообще локдаун, да, закрыли двери все эти, ну, помещения, все думы, городские муниципалитеты и все другое. И мы увидели, что политики это время не тратили даром, а начали очень быстро действовать в медийном пространстве с такими фейк-ньюзами, своими пропагандскими выпадками. И они начали очень интересно, в нашей уезде они начали очень интересным методом, они начали нападками на нас, на независимые медии. Поскольку, оказывается, они были информированы, что единственное, которое нас, ну, такое большое исследование было в этом смысле, что оно определило, что в Латвии самое, в нашем государстве единственная, ну, такая сила, которая может вообще какое-то уравновесие сил и политических сил давать, да, что уравновесие демократии – это только независимые медиа местные. И наши политики это проловили и начали зачищать поле для следующего года, чтобы, ну, началась эта политическая кампания уже. И они начали издавать фейк-медии. Ну, если мы, вот один из них, первый, который выступил, и вы видите, это посредине в этой, весь этот медиа был посвящен для очернения нашего медиа, для очернения именно редактора и журналистики, ну, я как лицо своей газеты, вот я там «Восьминог» — это мафия, да, которую тяну я, вот «Осьминога» мафия тяну я, и это, ну, все вранье абсолютное оказалось, это то, что нам показалось, что молодежь 30-летние, и два, ну, которым еще нету 30 лет, что они очень многое время жили в такой пустоте информационной. И знаете, есть люди, которыми даже интеллигентные люди, которые даже вузы кончили, и вы им можете рассказать, что, например, я, может быть, вместе с Лениным палку несла в этом
в апрельской там революции, поскольку они не знают, что, кто такой Ленин и что, какую палку он там нес. Да? И вот именно такие нападки, они издали эти газеты, 4 таких изданий, и если моя газета выходит 3000 экземпляров, да, то это было 13 тысяч бесплатно. 3 раза изданы. Но у меня сейчас к всему этому 3 судебные процессы, я уже 2 я выиграла, да, и у нас есть, нас просто защищали, мы искали защиту, и есть 2 процесса, которые... Это было не только в газете, это было и в соцсетях, и нападки на семью, и на журналистов. Мы думаем, что мы уже просили помощи даже у международного общества журналистики, мы думаем, что эту борьбу мы выиграем, но это, конечно, било и по нашим читателям, младшим. Да? Я не могу за такое короткое время сказать, что эта корреляция так и есть один к одному, но мы видели, что после выхода этих 2 газет у нас упали абонементы на следующий месяц на 250 читателей, это 10%, да? Кажется, ну, это не мало, не больно, но это 10%. По следующей борьбе мы их достали почти обратно, но это, может быть, сейчас было еще бы 200, если бы не было таких нападков. Да? Так что это еще плюс-минус нашей в этой стороне. Следующий слайд, пожалуйста. Что там дальше идет? Да. Ну, когда мы вышли, что вот абонементов нету, все плохо, ничего нету, и все похуже становится, мы даже сели, как Жегош сказал, нам надо перезагрузиться, и надо начинать, что мы, кто мы и зачем мы вообще стоим, да, какая наша цель, куда мы идем и вообще надо это ли делать. И мы это определили вопросом, а может нам лучше детсад открыть, да, может не надо, поскольку если смотреть, ну, по бизнесу, ну, знаете, ну, бизнес, ну, никакой, да, как Жегош и говорит, там, по чайной ложке, там, 3 евро, может, в час мы в этих сетях получим, да, может, что-то делать по-другому. Может, вообще не надо ничего делать. Да, мы так и начали с самого нуля. Вот что будет, если не будет ничего? Да, вот не будет. И вообще, это всегда, когда делаем вот такое умственное, ну, как это называется, брейнсторми, да, тогда надо думать, всегда предлагаю смотреть самой низкой оценки, да, вот нету ничего, вот как мы сейчас начнем, и тогда начинаем загрузку. Следующий слайд, пожалуйста. То, что мы сначала определили, начали с такой большой цели, как вы говорите, полярная наша звезда, и наша полярная звезда – это то, что это все-таки наши ценности, и все-таки мы все журналисты, и мы знаем, что эта профессия, ну, как это… Ну, призвание. Это профессия призвания. И так же, как все профессии призвания, врачи, там, учителя, спасатели, никогда наверняка не получают те деньги, да, что, ну, что бы мы хотели и какое значение мы имеем в обществе. С этим мы смирились, что мы никогда не будем... Бизнес, вот те, которые думают, что вот запустят рекламу, нарративную рекламу, и деньги пойдут там белой струей, ну никогда это не будет. И нам надо считаться. Главное, чтобы мы все-таки удержали свои принципы как независимые медии, чтобы был медиа, где была профессиональная журналистика этична, журналистика такая, которая может удержать демократию. Поскольку мы поняли, если мы вообще хотим, чтобы тут было национальное государство, чтобы тут звучал латышский язык, чтобы тут вообще была демократия, это всегда будет борьба и работа. И без журналистики не обойтись. Потому мы поняли, что кто другой, чем мы, поскольку мы имеем большой опыт, знания, и у нас есть возможность, у нас уже есть какое-то, ну, какие-то уже возможности этот медиа удержать. Нам уже больше не надо ничего придумывать, не надо начинать с нуля. У нас уже что-то есть, над чем работать и с чем работать. Да? Есть денежные накопления, есть опыт и есть ну, технические возможности. И у нас уже есть и сети, и аудитория,
и сайт есть, и есть этот принт. Дальше идем. Так начали мы с этой звезды. Звезду нашли и определили, что у нас есть. Оценили себя. Во-первых, да, это то, что наши знания. Да, таких людей мы это, ну, нас не так много. Мы большинство тут жили в этой местности уже долгие годы. Не все у нас работающие, которые работают, ну, журналисты по профессии, но уже, я тоже учитель литературы и латышского языка, но уже 25 лет большинство из нас работает тут. И молодые журналисты уже не такие молодые, 37 лет, они уже тоже 12-15 лет уже в нашей газете в какой-то мере работают. Ну, так наши самые ценности, так осведомленность, знание, опыт, надежность, доступность. И четвертое, которое я хотела самой главой ставить, которое опять напомнил Гжегош, это то, что на нас можно положиться. То, что, ну, что нам можно верить. Да? Доверительность — это самая большая, ну, доверительность нашей аудитории — это самая большая ценность каждого медиа, и это надо удержать. Дальше идем. Следующий слайд. Да. Ну, давайте по-другому. Мы начали, конечно, с этим содержанием, с контентом, да, и то же самое, что Гжегош сказал, что он увидел в другом, что, во-первых, с контентом начиная, мы начали с того, что пошли в глубинку, быстренько, сразу, во всех вопросах в глубинку. Больше, и мы даже сначала порадовались, поскольку мы увидели, как много мы тратим денег для всяких, я называю тырли-пирли, такие, всякие, да, мы едем куда-то в село, там смотрим какое-то танцы-пляски какие-то, и мы очень много ресурсов на это тратим по своем, ну, в нормальном своем действии, да, там журналист едет куда-то черту на кулички какой-то, смотрит фестиваль, хотя он это мог бы договориться с работником культуры из этой, он там бы снял, да, и нам, в принципе, хватило бы того, что мы отдаленно видим. Мы начали сразу работать отдаленно, собирать не только исследованиями сразу, тут уже видно, чем мы занимались. Если говорим о ковиде, то сразу начали с исследованием, сразу договорились со всеми, у нас материалы такие, как вы и говорили, сразу начали серии издавать, да, если о ковиде, то серии, все, что об этом можем говорить, да, если это врачебная доступность врача, то от всех сторон, вот как доступность там из села какого, как доступность тут семейных врачей, да, как какие-то исследования, как что-то можно, конечно, мы поняли, что самое главное, надо жить этой своей аудиторией, вам надо чувствовать пульс аудитории, это тоже самое главное, да. И это может только тот человек в регионных газетах, который, ну, не газетах, медиях, да, который сам тут живет, который сам, ну, вот эта чувствительность, я не знаю, чувствительность аудитории, это это не купить, это, как говорится, да, это надо все-таки найти того человека, который тут живет и который это понимает, да. И просто, конечно, есть методы, как чувствовать своего читателя. Мы открыли такой и в сетях, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в Твиттере, и даже в ТикТоке, и в нашем сайте, и по телефону открыли такое, ну, линию, как говорится, жаркую, да, горячую линию. Сидели по вторникам или другие дни, что видели, что люди могут к нам приходить и могут нам рассказывать о своих проблемах. Одно хорошее дело, мне кажется, что мы делали, мы не закрыли двери редакции, вы видели, как в первом этаже сидела девочка под этим куполом, да, чтобы защищенная была, но мы не закрыли дверь, и знаете, что мы видели, что люди, очень многие испуганные, мы чувствовали свою аудиторию, поскольку было время, когда у нас были единственные открытые общественные двери в своем городе.
Мы были единственные, в которые могли люди, у которых нет, очень многие люди оказались, у которых нет мобильных телефонов, у которых нет возможности использовать сети, да, у которых нет возможности вообще куда-то поехать и что-то узнать. Они приходили в живьем и спрашивали, да, где мы там, например, оказалось, что даже соцобеспечение, ну, это... где соцобеспечение дают, и где суп, ну, суп выдает очень бедным людям, да, они не поняли, как вообще они туда могут попасть, поскольку двери были закрыты, да. Но такие особенные ситуации мы чувствовали, когда оказывается, местная власть людей не чувствует. И осталось то, что редакция своих читателей, своей аудитории почувствовала всем больше. То, что мы шли, ну, я говорю, я знаю, что у меня нет времени, что мы очень-очень многие такие вещи начали делать, которые мы видели, что людей это интересует, что они больше читают, больше интересуются. Ну, например, интервью. Так иногда мы на неделю одну большую интервью давали. Сейчас мы в каждую газету давали интервью, и интервью были подлиннее. Мы эти могли делать в удаленку. Это не надо было так глубоко время терять на этом. Оптимизация, ну, то, что мы тоже посмотрели, оптимизация производительности, да, синергия платформы, обмен контентом. Это мы используем, мы сразу это нам дало минус 500-400 евро в месяц, что мы договорились со своими коллегами, с другими газетами. Делали общий контент. Например, у нас есть приложение о природе, о хранении среды, и оказывалось, что одна редакция сделала один. Мы ничего друг другу не платили, просто мы в таком мере нашли, что мы можем обменяться контентом. Синергия платформ, договорились, например, делали тизеры. Мы используем, потому что мы не можем большинство денег достать от этих вообще, ну, монетизировать так, как мы хотим свои сети и свою платформу. Мы этим занимаемся уже второй год, но у нас все есть. Технически мы все уже сделали, что можем перейти и только на сайт, и сделали перегрузку своего сайта. У нас просто это удача была, что мы это делали уже год назад. Сделали, чтобы мобильная версия изменилась, и что мы можем и в Фейсбуке только, и в Инстаграме только можем выходить. Но мы это в полном мере не используем только из-за того, чтобы не стрелять себе в ногу. Если мы все, что мы можем, мы бы делали в этих сайтах или в интернете, то просто мы потеряли свое главное, ну, монетарное место, да, это, где денег получить, свой бумажный контент. И потому мы сети используем как лестницу. Самый маленький подход, но очень большинство, вы тоже делали эту трубу, да, где втянуть свой контент. Мы это используем так, что в Фейсбуке и в Твиттере, и в Инстаграме, и даже в ТикТоке мы даем тизеры. Но тизеры, ну, я не знаю, как это называется на русском языке. Тизер, ну, которые просто как приглашение, как такие крючки для контента, чтобы шли и по лестнице, во-первых, в сетях, а потом, чтобы шли в портал, а портал уже у нас монетизирован, и он ведет большими сайтами к этим приложениям уже, ну, на e-газету. И мы чувствуем, да, что где-то уже 2% мы уже прибыль достали. Но если смотреть опять то, что сказал Жегош, да, то мы уже эти свои 2% уже достали, и это самое большое. И это, да, мы очень следим за аналитикой. У нас есть, ну, человек тот самый, кто делает эти тизеры. Это много времени просит. И знаете, если смотреть по аналитике, это видно, что это... Ну, например, нету смысла, например, там работать и что-то там ложить с 8 до, нет, ну, где-то с 12 до 6 вечера. Нечего там вообще делать, вы можете отдохнуть.
что наше время, когда наш читатель это смотрит, это будет с утра, когда он приходит на работу, и потом в 12 часов, и он работать не хочет, он опять смотрит, да, в сети. Ну, примерно, я так грубо говорю, да, и воскресенье очень, и понедельник. Это все видно в этих аналитиках, и это обязательно, так же, как Жегош говорит, это обязательно надо использовать, поскольку нету системы, что мы можем сказать, что всем одинаково. Вы должны следить именно за своей аудиторией, поскольку она абсолютно в сетях она бывает очень-очень разная, очень такая, ну, особенная для каждого места. То, что еще мы делали, мы поняли, вот рекламу мы не достанем, поскольку это... Вот самое, это все-таки вопрос большой политики. Большую рекламу не достанем, маленькая реклама не работает. И мы видим, что помощь в борьбе с политиками, которые занимаются с пропагандой, мы тоже, ну, тут на месте решить не можем. И мы уже, наша редакция, наш коллектив очень так стремительно идет к тому, что все-таки надо... искать помощь, во-первых, между собой, как я уже говорила, это синергия контента и тоже помощь в таком смысле, что вы должны и у других, у них другой опыт, да, обмен опытом – это очень обязательно. И то, что мы сделали, именно региональные медиа были те, которые уже в предыдущем кризисе боролись с политиками, что сделать фонд поддержки медиев, это МАФ, в котором сейчас мы как в конкурсе для контента можем достать денег. Это небольшое судно, но это, например, в этом году мы 15 тысяч достали в этом МАФе. То, что мы сделали, и что искали, мы и Facebook предлагал, и даже Google предлагал COVID-помощь. И вот все эти помощи мы сделали, мы следили за этими проектами. Это не так трудно, просто можно включить, и вам все эти новости присылают. И наше государство тоже делало конкурсы для этого COVID-а. И мы, для этого времени перезагрузки, чтобы не попасть под нуля, мы еще достали плюс 25 тысяч евро с этими проектами. Вместе сейчас у нас мы реализуем 7 проектов. Ну и я, как говорила, обмен опытом. Еще мы помощь искали у политиков, когда мы увидели, что вот эти политики не только в нашем уезде оказывались, и в других районах то же самое, нападки на независимые медиа. Мы начали искать помощь и у президента государства. За время COVID мы делали, во-первых, мы обосновали свою региональную организацию региональных медиев, встречу с политиками организовали, с президентом государства, которые мы вот помощь получили в таком смысле, что сейчас есть мысль, что вообще не могут издавать. У нас закон такой, что эти муниципалитеты могут издать свои информационные издания. Но, как вы видели, это информационное издание такое же, как газету. Они, как мы говорим, у нас очень многие сейчас... 115 в Латвии есть таких изданий, которые, я говорю, медийные изделия. Да? Вы знаете, есть там сметана, не настоящая сметана, а изделия из сметаны. Вот у нас есть такие изделия медиамом. И нет закона пока, как их закрыть. И сейчас мы видим, что кто это другой будет заниматься, что нам это не нужно заниматься. И это, как говорится, мы и в... Ну, занимаемся таким, да, смыслом, что, да. Иван, я просто очень сильно извиняюсь, мы сильно убиваемся из графика. Да, я вижу, да, все быстренько. И то, что мы делаем, мы меняем ценовую политику, когда мы все посчитали и посмотрели, что все-таки нам надо большинство денег мы получаем в этом мере, именно из-за этой бумажной
газеты, мы все-таки подняли цену. Мы знаем, мы тоже постсоциальное государство, где святое слово «халява» всем известно. Очень даже, да, если что-то мы можем получить за даром, мы никогда ни о чем не будем платить. Но вот сейчас хорошо бы дозвониться, я думаю, в январе мы увидим, как наша политика действует, и мы это что-то получим или нет. Но в принципе, мы все эти пути, которые Гжегош говорил, все мы используем и делаем. И мы включили сейчас еще, если из новых, ну, такой хороший тизер, который я смотрела, хорошо идет, мы сделали видео, мы хотели подкаст сделать, такое как, ну, оценку газеты или говорить о том, что пишется в газете, и ложить это видео в наш портал. Это как тизер. Во-первых, он хорошо работает, что пока это мое лицо, но если у вас есть, например, у вас есть хороший журналист, очень популярный, это хорошо, что в такие тизеры делает именно журналист. В портал ложите рекламу для вашей газеты, но это в таком разговорном стиле, да, что вы там можете рассказать интересное, что в газете, но в таком смысле, чтобы они захотели читать вашу газету, да. И еще есть возможность делать аналитику о том, что актуальное, да, и вы как будто приходите уже три в одном вы получаете, да. Спасибо, спасибо огромное, Ивона. И от себя хочу сказать спасибо, что было очень интересно посмотреть, как то, что говорил Джегош, как это все работает в маленьком издательстве. И я вижу от Джегоша нашего комментарий тоже, что это очень полезный пример. И мы сейчас пойдем чуть-чуть расширим, да? Мы посмотрим, как эти же вещи работают в чуть большем формате, потому что Юрий Пургин, всем вам, наверное, здесь, всем нам уже давно известный издатель и глава издательства «Альтапресс», это большее издательство, которое работает на весь Алтайский край. Юрий, пожалуйста, вам слово, но просьба так динамично. Да, конечно, я уложусь в лимит. Добрый день, коллеги. Рад вас всех видеть. Сейчас вы меня увидите. Ставим чуть-чуть камеру. Вот. Ну и с вашего позволения сразу к делу. Я бы хотел пополемизировать с Гжегошем на самом деле. И вот его, ну, я не разделяю мнение, потому что мне кажется очень ошибочно, когда все постсоветское пространство призывает перейти на подписку и показывает успешные модели New York Times, Financial Times, Guardian и локальных американских газет, потому что в России, например, это точно не работает, и не работает, и нет ни одного успешного примера подписки, включая любимую мною муратовскую газету, новую, включая «Дождь», любимую мною, ну и другие издания. В общем, все испытывают очень большие трудности, потому что даже московские издатели не могут найти достаточного количества денег для того, чтобы от подписчиков, для того, чтобы вот эту модель, бизнес-модель сделать успешной. Поэтому для России, наверное, ну и я подозреваю, что все наше постсоветское пространство, коллеги, оно, к сожалению, достаточно долго привыкло пользоваться халявой и до сих пор пользуется, и не очень готово, и не очень готова нас с вами воспринимать с точки зрения подписки. И число подписчиков, ну вот пока, по крайней мере, я должен констатировать, как уже медиа-исследователь, этот факт, успешных примеров в России нет. Что касается социальных сетей, то я бы тоже их не игнорировал, и мне не очень нравится этот пример. Он конечно, красивый, с кофе, которая находится рядом, с кофейней, которая находится рядом. Но с моей точки зрения, я хотел бы ее высказать, нельзя игнорировать те места, куда приходят люди, потому что если мы их будем игнорировать и создавать свои места альтернативные, ну не факт, что мы выйдем победителями, потому что новое поколение, тоже российское, которое родилось ВКонтакте, сказать им, что теперь контакт это фейк-ньюс, а вот к нам сходите, у нас тут проверенная информация, не очень правильно.
Я думаю, что будущее все-таки, раз мы перешли в мир платформ, что с этим надо считаться, это надо уважать. Ну и, конечно же, там присутствовать и присутствовать активно, наступательно присутствовать и зарабатывать. Вот мы зарабатываем в социальных сетях, и динамика этого заработка достаточно впечатляющая. Она, конечно, не очень велика, но для регионального СМИ вполне себе ничего. Ну вот, это легкая полемика с точки зрения того, что я рассчитываю все-таки на дискуссию. Мы же не просто так собрались. А теперь поговорим уже о теме моей презентации. И она связана, сейчас, секундочку. Так, вот. Вот. Буквально чуть-чуть. Она связана с тем, что... Наступать надо в маске, наступать, конечно же, нужно. И мы переживали с вами очень разные кризисы. Этот кризис сильно отличается от всех остальных. И отличается он тем, что мы с вами оказались в ситуации, когда реально всем плохо. И нет ни одного выгодоприобретателя этого самого кризиса, скорее наоборот. И с одной стороны это плохо, а с другой стороны я считаю, что это очень неплохо, потому что страдают все, когда страдают все, все совместно ищут способы преодоления этого кризиса, победы над этим кризисом и выхода из этого кризиса. И вот маска, по моему мнению, это защита от экономической инфекции, передающейся не воздушно-капельным, а психосоматическим путем, потому что неверные мысли могут привести к очень грустным экономическим последствиям. Чему научили нас с вами кризисы? Ну, во-первых, нельзя терпеть в надежде, что все еще вернется. И как нам тут рассказывают докладчики, наверное, еще будут рассказывать, мы все понимаем, что не вернется, потому что изменения неизбежны. А если вернется, то все будет по-другому, мы будем жить в другом мире, и постпандемический мир, он не будет походить на тот, который был у нас всего там 2 года назад. Второй момент заключается в том, что нельзя черпать бортом, то есть залазить в оборотные средства компании, копить долги в надежде, что какой-нибудь фонд или кто-то нам поможет. Никто нам с вами не поможет, кроме нас самих. Ну и отсюда третий базовый вывод, что не нужно загонять себя в угол, то есть брать обязательства, которые невозможно выполнить, потому что многие периодически этим грешат. Ну и, соответственно, эти обязательства перед читателями, все истории, они, конечно же, заставляют нас честно смотреть на свою компанию. Очень важна адекватность. Вот что значит адекватность? Не спать, но и не рвать гужи. То есть реально не нужно очень быстро двигаться, потому что и так ситуация меняется динамично. Но с другой стороны, не спать – это тоже очень важно, потому что в результате получается не самая лучшая ситуация. Еще один момент заключается в том, что, и это такой выстраданный наш вывод, что обычно в небольших компаниях руководители страдают больше журналистских, чем сами коллективы, потому что до последнего мы стараемся сохранить людей, до последнего мы стараемся сохранить
те отношения, которые есть в компании. Зачастую, и это, конечно, грустный вывод, страдать должны все, но вот не скрывать проблем, честно их объяснять, не надеясь на светлое будущее, вот это, наверное, очень важная история. Ну и еще один момент, что мы находимся с вами в ситуативном управлении. Прекрасная, конечно, вещь про ориентиры и полярную звезду, но вот в момент кризиса стратегия, конечно же, важна, но тактика, она важнее становится, потому что надо принимать оперативные, быстрые решения. И точно я вас уверяю, и мы это делали, и вы это будете делать, мы будем с вами ошибаться, но наша задача уменьшить цену ошибки. И мы понимаем, что во время кризиса стандартные решения, сервисы, услуги, как правило, неэффективны. И неэффективны они только потому, что происходит уплотнение конкуренции. И, соответственно, когда происходит уплотнение конкуренции, мы получаем с вами падение доходов, мы получаем с вами снижение цен на ту же рекламу. И мы можем, правда, поднять цену на свои издания, но это тоже чревато тем, что не все читатели выберут нас. Кризис, безусловно, это время инноваций, уникальных предложений. И вот мы всегда задаем себе вопрос и каждый день задаем, а сколько новых предложений наши сотрудники подготовили и сделали во время кризиса, в чем их новизна, помогают ли они бизнесу эти предложения, потому что здесь тоже есть очень-очень важные моменты. Безусловно, кризис, и вот в этом я с Грегором абсолютно согласен, это универсальная пилюля для повышения эффективности не только труда, но и рекламы, и маркетинга. Маркетинг должен думать шире, на него опоры должно быть больше, потому что это вот те уши, те глаза, которые дают нам информацию для принятия правильных, оптимальных решений. Поэтому вот здесь тоже очень важно, чтобы мы с вами находили способы и находили решения, которые бы позволили нам правильно реагировать на все, что происходит вокруг. Кризис – это своего рода момент истины, проверки реального качества наших услуг и продуктов. И мы себе тоже всегда задаем вопросы, можем ли мы сами, используя ситуацию, расширить круг своих клиентов, кто эти клиенты, как привлечь новых читателей, что можно сделать. И вот во время того, когда наступает сложная ситуация, как сейчас, мы раз в квартал делаем SWOT-анализ с задачей трезвой оценки компании в текущей ситуации. Ну и вопросы здесь из этого SWOT-анализа, они понятные. Нет ли лишних у нас, не перерасходуем ли мы те затраты, которые наметили, оптимален ли штат для такой вот ситуации, в которой мы находимся. Мы проводим всесторонний анализ затрат на предмет их оптимизации, анализ доходов на предмет того, где их можно взять. И поэтому вот вопрос, поддерживаем ли мы бизнес и готов ли он нас поддержать, это вопрос не пустой, а, наверное, очень важный. А еще интереснее, можем ли мы оседлать кризис, ну, то есть, пользуясь тем, что потребность в информации все время возрастает, можем ли мы увеличить свой трафик, за счет чего мы это можем сделать, как привлечь нового читателя, как удержать читателя старого, какие каналы дистрибуции надо развивать, ну и кратко перейду к нескольким примерам. Вот один из примеров того, как мы поддержали бизнес.
У нас есть такая компания, крупный ритейлер в Сибири, который ложно банкротился, и когда банкротился, он привлек поставщиков, которые поставляли ему продукты, к тому, чтобы все поставщики, поставившие продукты и получившие за это из сети деньги, чтобы они вернули эти деньги в сеть, исходя из того, что сеть банкротится. И, короче говоря, вот под удар попало очень много компаний сибирских, и в результате вот безработными могли стать больше 16 тысяч человек. И мы провели у нас на нашей площадке, в нашем конференц-зале, видеомост, причем трансляцию, вот к Жегошу тоже хочу тут тоже так немножко его подколоть, делали трансляцию ВКонтакте, на своем аккаунте ВКонтакте, Барнаул, города Сибири, Москва, где у нас выступали политики, выступала деловая Россия, выступали юристы, мы говорили, как можно изменить закон о банкротстве, как помочь предприятиям, попавшим в эту ситуацию. Вот обратите внимание, ВКонтакте мы собрали 166 тысяч просмотров этого прямого эфира, и под ним собрали почти 1000 актуальных комментариев. И все это во время кризиса, когда вот бизнес ждал от нас поддержки, он эту поддержку получил. В результате даже ситуацию нам удалось переломить всем вместе. И иски вот эти, с которыми шли в суд эти товарищи, которые готовили ложное банкротство, стали поворачиваться в пользу наших производителей. А вот это вы видите кризисный выпуск свободного курса нашей основной газеты, который вышел в формате журнала, и он посвящен агропромышленному комплексу, поэтому он называется тут «Кони и люди». И, в общем, тут даже вот, видите, раз, два, три, ковид, уходи, и тут хоку на тему того, в чем есть оптимизм. А наш оптимизм заключался в том, что все-таки край наш аграрный, с аграрным населением очень большим, почти 49% это аграрное население, живущее на селе. Соответственно, мы поняли, что кризис – это тоже окно возможностей для этого аграрного сектора, и постарались показать, какие есть возможности, что можно сделать. Серьезный, большой аналитический такой журнал вышел, то есть газета вышла в форме журнала. И мы заработали на нем достаточно много денег, потому что были хорошие рекламодатели, правильные у этого номера. И, соответственно, получили такой позитивный, правильный результат. Еще один пример из этой же области – это конференция, первый онлайн-форум для агробизнеса, который мы провели совместно с Минсельхозом нашим. Обычно летом проводится День сибирского поля, который собирает на Алтае, который собирает очень много компаний, много игроков. Вот мы стали такой площадкой, предложили свой издательский дом как площадку для такой конференции, сняли заранее презентации основные, сделали много публикаций, порядка 20 публикаций на тему работы агропромышленного комплекса в крае, на тему проблем, которые есть, и сделали большую конференцию. При этом конференция онлайн. При этом конференция состояла из двух частей. Одна, собственно, конференция, а вторая онлайн-выставка, на которой была представлена продукция как товаропроизводителей, так и производителей сельхозтехники. Ну и видите, здесь есть уже гораздо больше партнеров. Ну и, короче говоря, получился очень интересный разговор о развитии агропромышленного комплекса. Получилась выставка с виртуальными залами,
демонстрационными, ну и получился достаточно интересный эффект. Еще один такой пример – это то, что мы использовали очень активно во время кризиса, используем сейчас видео. И вот мы провели такой мужской клуб на 200 человек, виртуальный мужской клуб, где тоже видите очень много партнеров с качественным контентом. И контент этот мы собирали достаточно долго, снимали его в 4К снимали. И здесь есть ссылки, поскольку времени у нас мало, я не буду их открывать. Там коллеги, к сожалению, у кого-то включен микрофон еще дополнительно. Пожалуйста, отключите, потому что неудобно говорить. И вот этот мужской клуб тоже заработал достаточно большое количество средств, хотя здесь были проблемные материалы с проблемным контентом, серьезным очень. Ну, например, это история пандемии, как она проходила на предприятиях региона. Это путешествие Северным полярным кругом, кругосветное путешествие, которое совершили наши экстремальные путешественники. Это рассказ о среде городской и о проблемах точечной застройки, потому что город превращается в непонятный конгломерат, когда вот такой подход есть. Короче говоря, очень много интересных познавательных сюжетов и хороший финансовый результат, что абсолютно возможно оказалось, и это реально работает. Ну и еще один понятный такой момент про поддержку бизнеса. Мы предложили всем малым предприятиям нашего региона получить сертификат на размещение бесплатно своей промо-новости о своем бизнесе коммерческого характера. Ну и параллельно вели с ними переговоры с каждым, кто решил получить этот сертификат, о том, а как можно им помочь еще, что мы можем сделать, какие системы продвижения их бизнеса у нас есть, какие инструменты есть, какие для этого есть там условия. И мы получили дополнительно новых клиентов, достаточное количество, ну, короче говоря, неплохой, очень неплохой финансовый результат. Что еще мы делали? Конечно же, мы говорили все время во время кризиса с сотрудниками с точки зрения того, что мы стали более открытыми на тему финансовых результатов. Мы рассказывали, как мы будем зарабатывать зарплату, потому что не всегда могли ее заработать в должном количестве. И какую-то часть заработной платы пришлось выплаты перенести на более приятные времена. Но каждый день мы показывали те результаты, которые мы совместно зарабатывали. Каждый день мы искали способы, как мы можем заработать еще. У нас есть интранет, в котором мы, то есть внутренняя сеть, в которой мы рассказываем о том, что мы делаем. Соответственно, это читали все сотрудники. И вот эта открытость и это понимание ситуации, это открытое забрало, которое было поднято все время и поднято сейчас, потому что сейчас у нас еще хуже, чем было в первой волне. Вторая волна по Алтайскому краю прошла гораздо хуже. Я вот только что первый день вышел с больничного после ковида, поэтому простите, может быть, за не всегда логичные объяснения. Вот, ну и мне кажется, что мы с вами можем прорваться в этот кризис. Я к нему отношусь не то чтобы позитивно, но думаю, что он лучше многих других с точки зрения того, что он действительно, и Гжегош в этом прав, он делает компании цифровыми, он ставит точку над всеми дискуссиями, меняться или не меняться, конечно же, меняться. Я думаю, что мы должны, и у нас нет выбора, адаптироваться в новом цифровом пространстве, чего всем и желаю, собственно. Спасибо. Спасибо огромное, Юрий. Для меня очень интересным прозвучал момент вот этой открытости к сотрудникам во время кризиса.
он у нас пока не всплывал, вот для меня он вообще был очень-очень ценным. У нас сейчас очень короткое время на вопросы, и пока это два очень конкретных вопроса, один к Ивоне, один к Юрию. Значит, сначала, наверное, озвучу вопрос к Ивоне. Скажите, пожалуйста, с какой периодичностью выходит ваша газета, сколько полос и какая цена? Так, газета выходит два раза в неделю. Вместо выходит 20 листов и полос в каждой листе 5 полос. И цена выходит, цена газеты сейчас 95 сантимов или 85. Но это, мы сейчас посчитали, это только 50% того, сколько она по-настоящему стоит. И мы, вот это конец, который я сказала, что мы будем менять ценовую политику. Сейчас, как говорится, для этого времени, которое такое время для проживания, да, мы не уменьшили зарплаты для человека, поскольку мы думаем, что журналисты – это самое главное, наши работники – это самая большая ценность, потому это мы не уменьшили. Мы отпустили человека и... Технический персонал отпустили, мы достали поменьше денег, ну, все остальные затраты уменьшили, но увидели, что все-таки нам надо поднять цену, мы не можем работать за даром, да, если хлеб у нас евро 5 сантимов, да, то газета 95, это так не должно быть. Журналистика – это... Нам самим себя надо ценить больше. И потому мы так, ну, такой большой скачок сделали. Для продажи мы сделали евро 15, это на 20, ну, это выходит, да, почти 20%. И свой этот абонемент мы тоже подняли. У нас, ну, как говорится, самостоимость 8,60, то среднее у нас, ну, для пенсионеров есть пониже, 7 евро будет это абонемент, но в среднем будет 8. Еще не все, не 50, мы стараемся, что эти 60 центов мы получим за рекламу и за проекты, но в принципе мы приближаемся, что главные наши деньги все-таки не будем продавать за даром себя. Спасибо большое. И вопрос к Юрию. От Дмитрия Климанова. Какое соотношение доходов от принта и социальных сетей у вас в вашем? Нет, ну пока, конечно, принт зарабатывает гораздо больше и намного больше. Но социальные сети, с точки зрения их динамики, они очень прилично двигаются вперед. Потому что, ну вот сейчас мы стали зарабатывать уже порядка... 200 тысяч в месяц рублей социальных сетей. И именно от рекламы в социальных сетях, я думаю, что это неплохой результат, потому что, ну, еще в прошлом году мы зарабатывали там 40 тысяч. И я вижу здесь некую перспективу. Она, конечно же, не глубокая и небольшая, но предлагать читателям, рекламодателям продвижение через социальные сети и общаться с коллегами, с читателями, со всеми другими в социальных сетях обязательно надо. И это не только продвижение, собственно, компании в социальных сетях, но это и организация всяких социальных активностей через сети, потому что у нас есть не одна группа ВКонтакте, например, она не только Алтапресс. Одна из групп посвящена путешествиям по Алтаю, например. Ну и так дальше, и так дальше. То есть здесь можно все, что делают у нас с вами, все, что делают у нас с вами мультиканальные медиа, надо использовать, и их опыт надо использовать. Вижу вопрос, который звучит так: продаете ли вы все и продаете отдельно социальные сети, платформы? Знаете как, у нас есть два направления. Мы можем продавать все в зависимости от потребностей клиента, и там у нас охват, если мы продаем все, почти миллион человек,
и можем продавать таргетированную рекламу по специальным группам, ну, например, Altapress-бизнес, когда нужно клиенту, ну, какие-то конкретные цели и задачи. Спасибо большое. У нас сейчас будет маленький перерыв, а мы переходим, у нас есть до... Сегодня у нас еще две темы в повестке. Обе важные и интересные. Мы послушаем сейчас интервью наших шведских партнеров. Алекса мы давно знаем, он не раз уже выступал на наших конференциях, на наших форумах. А в этот раз Алекс будет брать интервью с Эвой Бюрман. Эва ответственна за выпуск сразу трех изданий концерна НТМ. И вот у этого концерна 50 тысяч подписчиков и 8 тысяч диджитал. Почему нам интересно сейчас это интервью? Почему мы попросили его сделать? Потому что удалось не просто разоблачить сокрытие информации по поводу ковида, распространения эпидемии. Не знаю, как для кого, для нас белорусов звучит очень знакомо. Нашим журналистам тоже удалось не раз подлавливать наши власти на скрытие информации. Но вот в отличие от Беларуси, в Швеции, которая страна демократическая, эти разоблачения привели к изменениям. И это, конечно, очень интересно. Алекс, теперь время для вашего интервью. Vilka utmaningar har varit för Sörmlands media, framförallt Eskilstuna-Kuriren i år? Vi har haft ett helt unikt läge för oss under året. Vi hade väldigt stor smittspridning i Sörmland tidigt. Sörmland har ju haft flest smittade och döda per capita i hela Sverige. Så att vi har ju haft en tuff situation både som arbetsgivare att försöka skydda våra medarbetare under pandemin, men också att under våren både leverera viktig information för våra läsare för att de ska kunna skydda sig mot smittan, men också granska myndigheternas hantering av pandemin. Och där har vi ju som ett litet mediehus gjort ett stort avtryck i granskningen av coronahanteringen hos både kommuner, regionen som är ansvarig för sjukvården i Sörmland, men också våra nationella myndigheter, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Och det vi har kunnat konstatera det är att myndigheterna har jobbat ganska hårt för att allmänheten inte ska få kännedom om smittspridningen i Sverige på olika sätt. Vilka hinder har ni stött på i det här arbetet? I Sverige finns det något som kallas för offentlighetsprincipen, som innebär att vi och alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Alltså handlingar och uppgifter som myndigheter hanterar. De kan man begära ut och så ska man få ta del av dem. Vi redan i slutet av mars när vi såg att smittspridningen började skena i Sörmland, så bad vi om att få uppgifter om hur drabbad äldreomsorgen var i våra kommuner i Sörmland för att se hur väl myndigheterna kunde skydda de som var som mest sköra i pandemin. Men vi fick ganska snabbt stopp där. Vi fick inte ut de här uppgifterna. Vi kunde avslöja en mörkläggning från kommuner upp till Socialstyrelsen där man samordnat ansträngde sig ganska mycket för att inte lämna ut de här uppgifterna, fast vi intervjuade flertal experter på offentlighetsprincip och öppenhet som sa att man var skyldig att göra det. Så att det har varit en utmaning att vi inte har kunnat göra vårt jobb och leverera information till våra läsare på grund av att man har ägnat sig åt mörkläggning från svensk myndighets sida. Vi har ju tack vare vår granskning fått väldigt, väldigt många människor att utnyttja sin meddelarfrihet. Alltså anställda inom sjukvården till exempel har ju berättat om missförhållanden, och det kan man ju göra med grundlagsskydd i Sverige.
Vilket har gjort att vi har kunnat granska det här i alla fall, trots att myndigheterna har försökt att förhindra vår insyn. Hur har responsen från läsarna varit? Enormt bra faktiskt. Vi har fått läsarrespons från människor i hela Sverige faktiskt, och även utanför landets gränser, som har uppskattat vår granskning. Vi är ju trots allt en liten mediekoncern. Det är 3 titlar och det är 67 reportrar inom de här 3 titlarna, och vi lägger stora resurser på granskningar. Och det här har nått utanför vårt spridningsområde, så vi har fått väldigt, väldigt mycket uppskattning för det viktiga jobb som vi gör. Så det har varit ett enormt mottagande faktiskt. Men om du tänker bredare, vad säger det som tidningen har gjort om journalistikens roll? Har det påverkat eller förändrat möjligen din syn på journalistik? Vi har ju under många år jobbat med granskningar, och vi har ju på olika sätt kunnat visa hur utsatt vår demokrati är. Alltså demokrati som man tar för given i Sverige är inte längre så självklar. Den är inte självklar någonstans någon del av världen, men för Sverige som har levt tryggt i århundraden, höll jag på att säga, men inte har upplevt krig i modern tid och också har haft ett samhällssystem där man kan lita på myndigheterna, tar väldigt enkelt på de fri- och rättigheter som vi har. Men det vi har sett inom mitt gebit är ju att myndigheter i Sverige allt mer sluter sig, att det blir svårare att få del av allmänna handlingar, och att man tycker att det är jobbigt att bli granskad. Och det där tror jag att det beror delvis också på sociala medier, att det finns, som man brukar prata om, kvartalsekonomi i bolag som ska leverera resultat hela tiden och inte bryr sig om det långsiktiga. På samma sätt upplever jag att man i myndighet Sverige tycker det är så jobbigt att bli granskad, därför att man hudflängs i sociala medier, så att man försöker att inte liksom, det ska inte förekomma kritik och granskning i sociala medier, för att man på något vis inte orkar stå emot det tryck som det innebär. Och det finns ju också väldigt mycket troll i sociala medier som kan driva liksom olika teser på ett sätt som kan bli också absurd. Så det kan man ju förstå också, att det kan vara tufft som myndighetsföreträdare eller politiker idag, därför att det tar ju såna orimliga proportioner. Vill du säga några ord om vårt arbete generellt? Alltså, vilka utmaningar ser du för Sörmlands media under det här året, återstoden av året, alltså journalistiskt, ekonomiskt? Alltså det vi har sett som har drabbat hela branschen, det är att vi har ju tappat enormt på annonsintäkter. Vi har ju tappat, branschen har tappat 30-35% under, ja, från mars månad och framåt. Och vi har ju redan ett tufft läge med annonsintäkter. Det som är fördelen för Sverige kontra resten av världen, eller Skandinavien, är att vi har en väldigt stor läsarintäkt. För vi låser just all vår journalistik, och det gör alla lokala mediehus i Sverige. Och även kvällstidningarna i Sverige börjar göra samma sak, tabloiderna. Vilket gör att människor här börjar bli mer och mer vana för att betala för journalistik, även digitalt. Så vi ser ju en ökad läsarintäkt, så nu står ju våra läsarintäkter, alltså prenumeranter, står för 60% av våra intäkter, medan annonsintäkterna står för 40%. Nu tappar vi alltså ytterligare intäkter, och när man tittar på 2021, de som spår annonsutvecklingen, intäktsutvecklingen för, liksom, för år, tror ju på ett litet återhämtning från den här 30-35% tappet. Men vi måste ju alltså skapa en organisation och en verksamhet som fortfarande kan överleva, men med betydligt mindre annonsintäkter. Vilket gör att läsaraffären blir jätteviktig för oss att utveckla. Att fortsätta leverera kvalitetsjournalistik som människor känner att de är beredda att betala för. Och det här låter ju väldigt annorlunda för våra kollegor i Östeuropa. Men är det så att vi förbereder oss för en
framtid utan annonser? 100%, ja, och den kommer mycket, mycket snabbare. Så att det är den liksom generella överlevnad som vi har, att vi måste ha en läsaraffär som står på egna ben. Och där tror jag också att än så länge så tjänar vi pengarna på papperstidningen. Men ska vi överleva så måste vi förflytta våra läsare ganska snabbt över till digitala produkter. Därför att det är mer kostnadseffektivt att bara ha en e-tidning och en sajt än att också dela ut en papperstidning. För det är ju den som på något vis dränerar oss. Samtidigt som vi tjänar pengarna på papperstidning i annonser. För där får vi riktigt betalt för annonserna. Det får vi ju inte digitalt. Men inom en snar framtid så lever vi enbart på läsaraffären. Men då är ju frågan hur stor organisation har vi när vi bara lever på läsaraffären. För det är ju viktigt också att upprätthålla en tillräckligt stor mängd artiklar varje dag för att en läsare ska tycka att det är värt att betala för det. Men jag tror att vi inom 10-15 år har betydligt mindre redaktioner med alltså mera spetskompetens, bättre specialistkunskap så vi kan göra riktigt, riktigt bra granskningar. Men då kommer vi inte heller att vara den här som, vi kommer inte vara det här mediehuset som skjuter med hagel, att vi försöker hitta något som alla ska gilla. Sen har vi också en utmaning i media i Sverige som vi ser i hela världen. Det är att samhället blir mer och mer polariserat. Och svenska mediestudier har ju konstaterat, och har man gjort överallt, att den här Galtan-skalan som man pratar om får allt större roll i mediekonsumtionen. Så är du tann, alltså är du konservativ, auktoritär, så konsumerar du inte traditionella medier, du har väldigt lågt förtroende för medier. Och vi ser också att just vad du har för politisk hemvist spelar väldigt stor roll i huruvida du vill betala för journalistik eller inte. I alla fall den typen av journalistik som vi står för, som följer pressetiska regler och liknande. Så att det är väl en utmaning. Så avslutningsvis, du vidrörde det lite grann. Vilka ämnen tror du, eller typ av och material kommer vi ha mindre av i framtiden? Och vad kommer vi behandla mer ingående framöver? Så vi jobbar med läsaranalys jättelänge och vi ser ju att det som människor vill ha, det man vill läsa om, det är ju ämnen som är närmast en i sin vardag. Så det är ju sjukvård, bostadsfrågor, trafik, skola, utbildning och sådana ämnen. Så att vi försöker ju med läsaranalys förstå vad är det för typ av vinklar och innehåll som skapar engagemang hos våra läsare. Och det är det vi måste fokusera på. Så det vi ska sluta göra, det är det ingen läser. Och det kan vi ju nu med digital analys faktiskt veta varje dag. Så att vi behöver egentligen bara bli bättre på att göra det liksom som skapar engagemang. Och det är inte lika med låg kvalitet, utan det människor vill ha. Det är hög kvalitet, men med angreppssätt som gör att de kan ta bättre beslut i sin vardag. Att de ska känna sig välinformerade, att de kan rösta bättre som vi brukar säga. Så att det är engagerande lokaljournalistik. Det kan ingen annan, ingen riksmedia, ingen annan kan konkurrera med oss där. Så det är liksom det vi ska fokusera på. Спасибо огромное. Огромное спасибо, Алекс, за это интервью. Мне было очень интересно. Особенно интересно в той части этого интервью, где вы говорили про будущее медиа, про будущее управления медиа. Очень интересно, хочется больше, и жалко, что мы так лимитированы, и жалко, что это всего лишь онлайн-видео, и вам нельзя позадавать вопросы. Но, может быть, в следующий раз. А сейчас у нас будет белорусский спикер. И прежде чем вам представить этого белорусского спикера, я хочу воспользоваться ситуацией и напомнить всем нашим больше чем 60 участникам этой конференции
о том, что в Беларуси сегодня медиа работают в совершенно особых условиях, потому что кроме там, экономического кризиса, пандемии, у нас есть еще совершенно особая ситуация. У нас огромный политический кризис. Журналисты и медиа уже третий месяц работают без нормального сна, без отдыха. Для того, чтобы вы представили просто всю ситуацию, которая сейчас происходит в Беларуси, я сейчас буду давать цифры Белорусской ассоциации журналистов, нашего партнера, партнера этой конференции, которые ведут мониторинг. В общем, с начала выборов 250 задержаний журналистов зафиксировала Белорусская ассоциация журналистов. Около 500 суток ареста получили журналисты, потому что, да, вы не ослышались, журналистов за работу задерживают, садят, дают сутки. Иногда эти сутки не прекращаются, заканчиваются одни 10 суток, на них нахлёстываются вторые 15, таким образом редакции обескровливаются. У нас заблокированы 73 сайта, у нас 4 общенациональные газеты, прекращена печать и им отказано в любом виде распространения. В общем, у нас творится полное безумие. Сейчас у нас будет коротенькая открытка о Беларуси, которую мы сняли. А потом я вам представлю нашего прекрасного спикера. Меня зовут Алла Шарко, я представляю пресс-клуб «Беларусь». И нахожусь я в Беларуси, в Минске, в стране и в городе, которые стали известны в последний месяц всему миру. О нас говорят и пишут даже те, кто не знал, где такая страна находится. Если бы вы были здесь, вы бы увидели многотысячные акции солидарности по воскресеньям. Мирные и очень креативные. А еще невероятную жестокость и насилие со стороны властей. Вы бы попали в страну, которая находится в остром моменте на историческом изломе. И все это освещают наши независимые медиа. Журналистов и фотографов в жилетах с надписью «Пресса», с удостоверениями и даже с редакционными заданиями избивают, пытают, в них стреляют резиновыми пулями. Их задерживают, лишают аккредитации, конфискуют и бьют аппаратуру. Их судят в судах со свидетелями в балаклавах и дают до 15 суток административного ареста. Якобы за участие и даже координацию акций. Сайты блокируют, газетам не дают возможности печататься и попадать в руки подписчиков. В таких условиях мы солидарны как никогда. Например, сегодня на сайтах заглушки на фото, потому что вчера двум фоторепортерам дали по 11 суток ареста. И мы не знаем, что ждет нас завтра. Надо признать, что мы из-за политической обстановки и того, что так долго находимся в состоянии физической опасности, несколько забыли о проблеме коронавируса, которая, в принципе, отменила с весны все офлайн-ивенты. Я в новом помещении пресс-клуба, уютном и очень стильном, и именно здесь мы хотели бы принять вас. В этом здании был собран первый белорусский телевизор. Здесь уникальные витражи в стиле конструктивизма. Мы надеемся и верим, что в следующий раз конференция пройдет именно здесь. И белорусским медиа будет что рассказать о своем уникальном опыте работы в ситуации, когда работать в принципе невозможно. И сейчас время представить вам Иру, Ирина Новик. Это Гродно Лайф, региональное издание цифровое, одно из лучших региональных цифровых изданий в Беларуси. Гродно – город очень героический. Там идут протесты, то есть протесты в Беларуси идут не только в Минске, но и в регионах. Журналист из Гродно Лайф Руслан Кулевич, при задержании ему сломали обе руки. Вот такое было прекрасное задержание. Он потом еще сутки со сломанными руками находился в СИЗО, прежде чем попал в больницу. Это я про то, что кризис у нас такой своеобразный. И, конечно, вы должны сейчас все понимать, что белорусские менеджеры сейчас в очень тяжелой ситуации. У нас у всех падает реклама, падают рекламные доходы, растут сильно аудитории. И думаем мы сейчас прежде всего о своих аудиториях и о том, как нам со всеми этими кризисами справляться. Ирочка, тебе слово. Расскажи нам, пожалуйста, что делаете вы. Презентацию мне включат, нет? Или я так начинаю? Ну, в общем, тогда пусть будет так, да. Наш сайт, наш проект, продукт, вот Гродно Лайф,
недавно отметил 4 года, 10 октября нам было 4 года, но на самом деле у нас намного более длинная история. Мы сначала работали еще 9 лет как медиаплощадка школы журналистики, и поэтому у нас такой же большой достаточно опыт. С одной стороны, это хорошо, потому что мы все достаточно опытные менеджеры и журналисты. С другой стороны, это такой достаточно большой вызов. С той стороны, что мы все члены общественной организации «Третий сектор», и мы долгое время работали как волонтеры. То есть мы не думали никогда про деньги. И для нас это была дополнительная занятость, такое хобби, такое дело долга, призвание и так далее. И вот когда мы стали уже медиа профессиональным, когда мы решили делать хороший, взрослый, профессиональный продукт, то для нас это от самого начала было вызовом. И вот как раз сейчас, когда у нас на нас обрушилось все сразу, и пандемия, и выборы, и революция, протесты, вопрос о том, как выживать, как становиться на ноги, быть взрослыми и ответственными, стал как раз в полный рост, в полной мере, и мы были вынуждены искать на него ответы. Следующий слайд, пожалуйста. Угу. Вот то, что, то, с чего мы начинали, то есть в 2016 году у нас было 23 тысячи, почти 24 пользователей в месяц. В конце прошлого года мы уже так серьезно занимались менеджментом и составили стратегический план развития на ближайшие 3 года, и к 2022 году у нас стоял рубеж достигнуть 500 000 аудитории в месяц, плюс зарегистрировать юридическое лицо и зарегистрировать медиа, потому что в Беларуси обязательно нужна регистрация в Министерстве информации. Благодаря всем прекрасным кризисам, которые на нас свалились, мы уже практически выполнили этот план и по пользователям, и по институализации нашего медиа. Если еще в начале года, когда наши рекламные менеджеры приходили к рекламодателям, приходилось объяснять, что такое Гродно Лайф, то сегодня это имя на слуху, сегодня нас знают, и те, кто готовы сотрудничать с негосударственными медиа, сегодня отдают нам свои деньги, скажем так, с удовольствием. Угу. Листаем дальше. Следующий. Угу. Что касается поиска своего места. То есть мы этим занимаемся уже 3 года, и то, что мы обнаружили достаточно быстро и поняли достаточно быстро, что мы находимся в очень конкурентной среде. Во-первых, в Гродно есть 10 локальных медиа, они ориентированы очень на разные аудитории, то есть кто-то больше на бизнес, кто-то больше на лайфстайл, кто-то агрегирует все, весь контент в те слова Гродно. Плюс у нас, конечно, есть представители республиканских и мировых медиа, плюс есть социальные сети, и тут нарисовались такие мы. Важно отметить, что у нас уникальность нашего медиа в том, что мы выходим на белорусском языке. В Гродно это единственное медиа на белорусском языке. В регионе это тоже единственное онлайн-медиа. И, наверное, ну, такую конкуренцию дружескую нам составляет только наша Нива республиканская, у которой огромный опыт, огромная аудитория, и они находятся в Минске. Больше никто не решается на то, чтобы поддерживать белорусский язык. Несмотря на то, что население в основном билингвальное в Беларуси, читать, понимать могут все, но это определенная такая, ну скажем, усилие нужно предпринять, чтобы читать по-белорусски. На это готовы были, скажем так, не все. И вот когда мы проанализировали вот эту конкурентную среду, мы поняли, что работать нужно на четкую нишу. Задача наша была в начале года эту нишу определить и строить стратегии так, чтобы взять из этой ниши, заполнить ее максимально и взять из нее те возможные доходы, которые могли бы быть.
Мы определили, что наша ниша – это активный средний класс, и работали таким образом, чтобы изначально собрать сообщество вокруг CrotoLife, то есть сделать так, чтобы этим людям было что читать у нас на ресурсе, и чтобы им было что сказать, чтобы нам было о чем поговорить с нашими читателями. В общем-то, эта задача была выполнена. На самом деле эти люди нас читали, мы провели серьезное, достаточно глубокое исследование аудитории. По нашей рассылке мы распространяли анкеты. Часть анкет была таких долгих. Мы просили 15 минут времени нам уделить, и многие читатели это сделали. Часть анкет были таких коротких экспресс, где просто нужно было на 2-3 вопроса ответить. И это был другой сегмент аудитории, который с нами тоже отработал хорошо. Проанализировав вот эти данные, мы поняли, что люди хотят читать, какие форматы их интересуют, какая реклама их не будет раздражать, что сделать для них полезное. То есть мы работали таким образом, чтобы люди могли с нами работать. То есть в том числе мы предлагали форматы рекламы, форматы взаимодействия, когда наши читатели могли бы стать нашими клиентами. То есть многие из них имеют собственный бизнес, многие индивидуальные предприниматели, кто-то ремесленники. И мы поставили себе цель разработать рекламу для таких небольших, в том числе, бизнес-предприятий. Угу, дальше. Дальше пришел COVID, и, в общем-то, он нам очень сильно помог, потому что, имея стратегию работать с малым и средним бизнесом, COVID как раз показал, что вот этот малый и средний бизнес стал одной из самых уязвимых ниш. И мы подумали, что же мы можем сделать, чтобы помочь нашим читателям и в то же время, чтобы они помогли нам. В этот момент мы думали, в какую сторону. Нам нужно, во-первых, минимизировать свои расходы, во-вторых, сделать понятный, четкий, недорогой в изготовлении рекламный продукт, который был бы востребован и рекламодателями небольшими, и аудиторией. И вот в этот момент, когда пришел COVID, мы просто разработали себе, ну, скажем так, новую методичку по рекламе. Мы создали несколько рекламных форматов, таких, которые бы были похожи на наши редакционные материалы. То есть это та же самая нативка, но раньше мы подходили к нативке как к чему-то абсолютно уникальному и крафтовому, то сейчас мы решили подойти к нативке с другой стороны. То есть сделать ее по формату редакционных материалов, сделать ее, ну, такой, как конструктор Лего, то есть чтобы было понятно, что. Ну, например, у нас теперь есть в нативке такие форматы, как карточки, или такие форматы, как интервью с руководителем какой-то фирмы, такие форматы, как там классная штука. Ну, то есть то, что мы можем показать, и то, что может, те форматы, которыми можно говорить и о редакционных продуктах, и о продуктах рекламных. В общем-то, во время кризиса, во время пандемии нам это помогло заработать какие-то деньги и собрать вокруг себя аудиторию. Ну и опять же, в то время, когда рекламные бюджеты очень сильно упали, мы задумались, а сколько же конкретно денег нам нужно получать и где же их можно брать. В принципе, мы нашли для себя вот эту рекламную нишу малого и среднего бизнеса и задумались о том, чтобы просить денег у читателей. Но, честно сказать, во время пандемии с подпиской было очень туго. В общем-то, мы о подписной модели думали с самого начала создания медиа, то есть 3 года назад мы создали площадку краудфандинговую на Толоке, такой сервис в Беларуси есть, и собирали там деньги. И первый год, первых, ну, там, немножко меньше года, мы собирали на краудфандинге порядка 30% от того, что нам надо, то через 3 года, в общем-то, упали очень сильно сборы по подписке. Объяснить читателям, почему нужно платить за новости, которые бесплатно можно читать на других порталах, было достаточно сложно.
Вот разобраться с подписками нам помог следующий кризис, уже кризис политический. Угу, дальше давайте полистаем. Угу, кризис политический. И мы в первые дни, вот, когда были выборы, когда люди вышли на улицы, когда ОМОН избивал демонстрантов, основные локальные и центральные медиа государственные, они отмалчивались. И, например, у нас в одной из локальных официальных газет 9 августа на главной странице был материал «Как правильно выбрать арбуз». Ну, понятно, в общем-то, что у нас были фотографии на главной с ночи задержания, у нас были новости с улиц, у нас люди говорили о том, что их избивают и бросают в тюрьму, а основная газета областная писала о том, как правильно выбрать арбуз. В общем-то, понятно, что в таких условиях у нас, ну, просто был взрывоподобный рост посещаемости. К нам пришли люди, и они, конечно, сделали нам аудиторию, которую мы ожидали получить через 2 года. И, в общем-то, в первые дни, в первые даже недели, в первый месяц, честно, нам о деньгах было думать некогда. Мы, правда, работали день и ночь. Мы не могли уйти с работы, потому что просто улицы были оцеплены ОМОНом, и мы расходились из редакции вот после 2-3 часов, когда уже на улицах переставали хватать. Вот. У нас не работал интернет, и наши журналисты просто бегали там, прячась за углами, чтобы принести телефоны, фотоаппараты и слить в офлайне уже фотографии. У нас лежал сайт, потому что 3 дня просто глушили интернет, и это нам помогло развить свои социальные сети. У нас почти в 3 раза вырос Инстаграм, и с 500 подписчиков до почти 9000 вырос Телеграм, то есть мы стали мультиплатформенным медиа, вдруг, неожиданно для себя. Вот. И, в общем-то, мы поняли, что подписчики – это тоже наша сила, потому что протесты происходили в разных местах города, а у нас совсем мало журналистов, то есть 2-3 журналиста, понятно, не могли охватить все события. Мы стали очень активно работать с контентом, который присылали пользователи. И мы делали то, чего больше не делал, в общем-то, в городе, в регионе никто. И вот когда прошел этот месяц, когда мы уже стали подводить итоги, в общем-то, мы поняли, что за вот ту работу, которую сделали наши журналисты, огромную, когда они работали с огромными переработками, когда они не уходили домой, когда мы их не могли выгнать с работы, чтобы поспать там просто или поесть, мы просто не сможем адекватно заплатить, потому что реклама у нас меньше, рекламу перестали размещать, потому что, ну, никто ее не читает. Мало кого интересовали продукты, товары, услуги, когда вот на глазах у всех делалась история. И тогда мы обратились к читателям, то есть мы просто собрались и решили, что мы расскажем про то, как мы работали, просто в авторских очень форматах. Мы стали выпускать колонки, то есть колонка вот Руслана Кулевича, которому руки сломали при задержании, там колонка главного редактора, моя колонка. Мы просто рассказали о том, как мы работали, и попросили дать нам денег. И, в общем-то, это сработало. Сейчас у нас, кроме того, что выходят еженедельные колонки, и с этими просьбами ссылки на подписку на наше издание размещаются в больших авторских материалах, в важных новостях. Они размещаются в Инстаграме и в Телеграме. То есть в Телеграме мы делаем такой еженедельный обзор самые главные там события недели и поддержите редакцию. В Инстаграме тоже мы пишем о каких-то событиях, о своих мероприятиях, о главных материалах, тоже со ссылкой на краудфандинг. И, в общем, это работает серьезно. Но это скорее такой, ну, имиджевый шаг, который вот мы просто использовали момент для активизации краудфандинга. Что мы делаем еще? Мы работаем с
Ну, мы просто собрались с менеджерским составом и подумали о том, что мы можем сделать еще, когда вот пожар закончится, потому что, ну, когда горит, надо не только тушить пожары, но и думать о том, что мы будем строить дальше. Мы проанализировали полностью все свои источники доходов, те, которые мы используем сейчас, и те, которые могли бы быть. И, в общем, мы сделали такой вывод, что источники, которые приносят нам деньги, вот они у нас здесь на слайде. То есть реклама, мы подумали, как сделать, то есть мы ее сделали такой четкой, разделенной на очень разные ниши, то есть на разный карман. У нас есть реклама, которую мы предлагаем в Инстаграме, и она очень востребована среди малых и средних бизнесов. У нас есть рекламные проекты, которые рассчитаны на более платежеспособную аудиторию. Теперь у нас есть абонементы на рекламное обслуживание, когда мы предлагаем на несколько месяцев заключить или на несколько форматов договоры. И это тоже хорошо срабатывает. То есть, когда платишь один раз, а получаешь долговременную рекламу, это тоже такой эффект накопления, эффект узнавания, он есть, и он хорошо продается. Кроме того, что мы краудфандим на подписку, то есть просто за контент, который, в принципе, открыт, у нас достаточно успешно в прошлые годы проходил краудфандинг на наши продукты. Мы издавали книги позапрошлом году, и в прошлом году у нас вышли книги с воспоминаниями пожилых блогеров. Это такая устная история города. И, по сути, для нас это очень коммерчески выгодные продукты, потому что изначально эти истории собирал вот наш журналист, и они печатались на сайте, а потом нам нужно было, по сути, просто собрать, еще раз отредактировать для принта и сделать макет книги, ее напечатать. То есть, по сути, для нас это небольшие расходы. И книги уходили очень хорошими тиражами. То есть это как раз вот тот локальный контент, который кроме нас не мог бы сделать никто. То есть это именно вот гродненцы, люди, которые здесь родились, здесь жили, здесь перенесли какие-то тяжелые события, важные для истории. И во многом вот эти книги стали таким лицом нашего издания. То есть мы дали слово тем людям, которых, в общем-то, никто раньше не замечал и не слышал. И вот книги были, в общем-то, о пожилых людях, но они были очень востребованы среди молодежи, и нам говорили, что вот моя бабушка умерла, я с ней не поговорил, а теперь я вот читаю, и как будто бы вот мне бабушка рассказала, потому что вот она жила в это же время, там она жила на этой же улице, там она знала вот эту женщину, которая там давала интервью и так далее, и так далее. То есть, в принципе, мы нашли вот такую уникальную нишу монетизации, и к тому же это реюз контента, поэтому это коммерчески выгодная штука. Проанализировав вот этот опыт зарабатывания на продуктах, на этот год мы запланировали сразу 3 книги. У нас уже вышла книга о женщинах Гродно. Она вот внизу здесь «Гроденко» и «Гродненко» называется. Здесь одна часть – это исторические статьи о женщинах в истории города. И вторая часть – это современницы, женщины, которые не побоялись сделать себя, сделать свое дело в очень разных сферах. И вот эта книга тоже, мы ее совсем небольшим тиражом издали, учитывая все эти наши революции, кризисы и все остальное. Но фактически за неделю, еще до презентации, презентация будет завтра, уже половина тиража раскуплена. То есть это тоже коммерчески успешный продукт, который приносит нам деньги. Ну и к тому же это опять же реюз контента. Плюс вот что мы еще заметили, что если в книгах есть живые герои, эти книги очень хорошо расходятся, потому что, во-первых, покупают те, кто попал в книгу как герои, покупают те, кто их знает, люди берут их на подарки. И вот это тоже еще одна возможность рассказать про бренд, как про очень дружественный людям, потребителям, читателям компанию, медиа такую, так и привлечь к себе еще одну категорию читателей. Возможно, люди не видели нас
в онлайне, но они пришли к нам вот через книги. Вот. Ну и вот на этот год у нас еще в плане стоят две книги. Одна книга будет историческая, тоже один наш давний очень читатель принес рукопись, причем эта рукопись нам тоже ничего не стоит, он сказал, я просто хочу, чтобы вы ее издали. Вот, будем публиковать также на сайте и потом и использовать публикации как промоутинговую кампанию для книги, думаю, в следующем году она в начале года выйдет. И еще одна книга уже готовая. В общем-то, во время коронавируса как раз мы проводили ее промоцию, но вот в связи с войной и тем, что закрыли краудфандинговую площадку Улей и сидят сейчас в тюрьме оба в Абарике, нам не удалось завершить на нее краудфандинг. Просто мы сейчас, вот уже немножко успокоилась ситуация, мы издадим книгу за свои деньги, и мы уже знаем, что на нее есть покупатели, просто они придут через другую площадку уже к нам. В принципе, в связи с этим, в связи с тем, что принт приносит деньги, я сейчас, наверное, скажу очень крамольную мысль, мы решили попробовать выйти на принте. И сейчас мы работаем над первым макетом журнала. Это будет журнал «Гродно Лайф» на бумаге или «Гродно Лайф» прямо в руки. Мы вот сейчас дискутируем два варианта названия. Принцип этого медиа будет как бы новости, которые еще долго останутся важными. Мы понимаем, что мы не сможем конкурировать по скорости с газетами, но раз в два месяца мы собираемся издавать на бумаге вот те статьи, которые реально собирали сотни тысяч просмотров у нас в медиа, и давать как бы развитие событий. То есть вот вы прочли об этом у нас на сайте, прошло там месяц или два, а вот сейчас ситуация такая. И, во-первых, это правда новости, которые хочется иметь на бумаге, которые хочется сохранить для себя в твердом виде на случай, если вдруг отключат все интернеты и все социальные сети, и просто сохранить для себя. Вот это важная штука, и я очень надеюсь, что она будет коммерчески успешной. Ну и то, что люди приходят сейчас к нам сами и хотят помочь, говорит о том, что люди наконец поняли, а зачем нужна независимая журналистика. То есть если раньше нам говорили, зачем платить за то, что печатают еще 10 городских изданий, то сегодня понятно, почему нужно помочь сохранить именно наше издание «Гродно Лайф». Потому что если замолчим мы, то об этом не скажет никто. Вот. И в общем-то я могу сказать, что за этих пару месяцев очень большая часть наших читателей стала нашими именно клиентами. То есть им есть, что у нас купить. Они понимают, почему мы им нужны не просто как площадка для развлечения, а именно как партнеры, как медиапартнеры на будущее. Дальше давайте. Угу. Можно уже ускоряться. Да, да. То есть вот буквально еще два года назад у нас было 2 ИП и 6 фрилансеров. Сейчас мы уже зарегистрировали юрлицо. Готовим документы для регистрации СМИ, потому что нас очень сильно душат и не дают работать из-за того, что мы не зарегистрированы в Мининформе. И давайте дальше, следующий слайдик. Там, наверное, будет пару цифр, я их прокомментирую. То есть о том, где лежат денежки, немножко анализ. Ну, во-первых, я скажу, что за год мы увеличили свои доходы на 40%. То есть год назад у нас было наполовину меньше денег, чем сейчас. У нас немножко изменилась структура редакции. Раньше у нас был один менеджер по рекламе и там 7-8 журналистов. Сейчас у нас 2 менеджера по рекламе, потому что один уже просто не справляется с обработкой всех обращений и с поиском новых контактов рекламных. Плюс у нас немножко изменилась структура доходов. То есть мы стали почти в 3 раза больше получать от рекламы. Мы стали вот в 13 раз фактически больше собирать на краудфандинге. У нас появились донаты от читателей, и сегодня они составляют около 10% от месячного дохода.
Ну и, в общем-то, мы собираемся работать с этим дальше. У нас появился новый сотрудник, который работает именно с аудиторией. То есть раньше у нас была такая распределенная нагрузка. Теперь у нас есть комьюнити-менеджер, потому что он себя отрабатывает, и он приносит доход. То есть вот как мы изменились. То есть мы больше пошли в коммерциализацию, но в коммерциализацию такую дружественную, рассчитанную на наших читателей, которые сейчас готовы быть нашими клиентами. Вот так. Все. Спасибо огромное. Сейчас у нас блок вопросов. Алекс, вопрос к Алексу. Скажи, пожалуйста, ты сейчас с нами побудешь 5 минут 10, чтобы мы уже закончили белорусскую тему и потом задали вопросы к тебе. Спасибо. Есть вопрос к Ире. Сколько сотрудников работает в Гродненской редакции и сколько человек работает над книгами у вас? Угу. То есть у нас вся редакция — это 8 человек, это включая вот 2 редакторов, 4 журналиста у нас всего, 2 человека на рекламе, комьюнити-менеджер есть и дизайнер. Вот это состав нашей редакции. Над книгами у нас специально не работает никто. То есть это журналистские истории. Вот 2 книги — это история Руслана, и 3-я книга — это моя и историка Андрея Вашкевича. Работа над книгами заключается в подготовке макета. На 2 первые книги мы его делали сами, потом поняли, что лучше отдать на аутсорс и отдаем в издательство, которое работает уже с бумагой. Спасибо. И я тут хотела бы воспользоваться тоже немножечко правом модератора и ответить еще заодно на вопрос предыдущего. Спрашивает Любовь Масеева: Илья, что с Тутбай в связи с кризисом? Если можно, отвечу я на этот вопрос. Тутбай сейчас пробует лишить статуса СМИ, то есть идет судебный процесс. Это означает, что даже вот уже сейчас журналисты Тутбай не могут полноценно освещать акции, и их просто без конца арестовывают и дают им сутки. Можно немножко добавлю. Вот мы никогда не имели такого официального статуса СМИ, и, в общем-то, раньше это прокатывалось. Сейчас очень жестко, но нас спасает солидарность. То есть мы просто и Тутбай, и вслед за Тутбаем мы просто договорились с другими независимыми медиа, у которых есть, например, принты, которые зарегистрированы поэтому в Мининфарме. И сейчас и журналисты Тутбая, и наши журналисты оформлены как внештатные сотрудники зарегистрированных изданий. Вот, поэтому, в принципе, мы как-то стараемся их прикрыть. То есть, ну, власть играет в одну сторону, мы играем в другую. Да. В нашей аудитории что это означает? Это означает, что когда у людей есть такие бэджи, они типа имеют право работать на улице. Они имеют право, но в нашей реальности сегодня они как раз становятся мишенями, и люди с бэджами и в синих жилетах специально задерживаются и отлавливаются. На прошлых выходных они умудрились 40 журналистов задержать, еще до того, как начались акции. Если можно, очень коротко расскажу такие менеджерские наши эффекты, которые мы сейчас фиксируем в связи с кризисом. У нас действительно взрывной рост аудитории в соцсетях, и взрывной – это от слова «взрыв». Например, Telegram, аудитория белорусского Telegram выросла до 2,5 миллионов. Вот я, может быть, совру на начальную цифру, но около там 300 было тысяч. Соответственно, у отдельных медиа тоже происходит такой же взрывной рост, у кого-то в 3 раза, у кого-то в 10 раз. Напомню, происходит потому, что сайты блокированы. Гжегож, это к твоему тоже пониманию, что, ну вот, монетизация через сайты, через наш дом сейчас очень затруднена, но идет работа с аудиторией. Соответственно, у нас тоже взрыв работы с контентом от потребителя, user generation content. Мы все долго понимали, что это нужно делать, а сейчас нас пинком туда выкинуло. Журналисты очень ограниченно могут присутствовать на улицах, иногда вообще не могут. Читатели, аудитория шлет огромное количество контента. И это новые вызовы, как успевать обрабатывать, как верифицировать, как подавать. Это тоже то, с чем мы сейчас работаем. Еще очень важный эффект – это, как Ира отметила, краудфандинг. Наши аудитории
поняли нашу ценность, осознали нашу ценность, и они готовы донатить, они готовы давать деньги. К сожалению, не за подписку, сайты не работают, но они дают деньги просто через донаты, через краудфандинг. И есть еще один тоже очень интересный эффект. Ира его обозначила. Хочу подчеркнуть. Он состоит в том, что наши аудитории становятся клиентами. Вот спасибо, Ира, за эту формулировку. Это в вашей редакции происходит. Это, например, происходит очень сейчас очевидно в редакции Тутбай. Вплоть до того, что Тутбай открывает рекламу для индивидуальных лиц, потому что люди готовы давать рекламу, какую угодно, поздравление с днем рождения, чтобы поддержать издание, которое преследует. Ну вот, наверное, я самое главное обозначила. Спасибо большущее, спасибо за ваше внимание. И у нас есть целый ряд вопросов. Так, какой процентов доходов от читателей, подписки, книги, краудфандинг и какие от рекламы? Извините, пожалуйста, это еще вопрос к Ирине от Гжегожа пехоты. Не заметила сразу вопрос, давайте уже ответим на него. На последнем слайде там были цифры. Порядка 8% у нас приходит от донатов, порядка 13% приходит на краудфандинге и порядка 40% мы собираем на рекламе. Ну, и я думаю, что эти цифры, они не статичные, эти цифры, они меняются, да, поэтому, скорее всего, тоже мы будем наблюдать их рост. Огромное спасибо, и теперь у нас блок вопросов к Алексу. Значит, вопрос от Дмитрия Климанова из Украины звучит так. Алекс, вы сказали, в интервью прозвучало, что останется только подписка. Знаете ли вы, на чем базируется такое утверждение? Микрофон. Алекс, у вас не включен микрофон. Сейчас меня слышно? Да, сейчас слышно. Слышно. Пару слов о концерне. Значит, у нас концерн НТМ, в него входит 20 изданий с общим тиражом около 500 000. В этот концерн входит компания Sermlans Media, то есть это три издания нашей области. Общий тираж около 50 000, то есть компания Sermlans Media 50 000, концерн НТМ около 500 000. Да, остается только подписка, на чем базируется утверждение. Оно базируется на общей тенденции. Если 10-15 лет назад реклама составляла около 70% дохода, сейчас эта доля сократилась в половину. Она составляет на сегодняшний день около 35%. Грубо говоря, доходы от рекламы покрывают нам распечатку и доставку печатного издания. Если говорить о работе самой редакции, то подписки достаточно на работу редакции. Огромное спасибо. У нас есть еще вопрос, вот который из которого. Да, я хочу еще добавить. То есть, когда мы говорим, что мы готовимся к будущему без рекламы, то это таким образом мы готовимся к тому, что может быть. Мы не исключаем возможность, что и я думаю, что даже в будущем какая-то реклама будет к нам поступать, но мы должны исходить из реалий, а реалии выглядят так, то есть тенденция выглядит именно так. То есть поэтому вот мы так к этому готовимся. А в будущем, то есть если мы даже считаем по деньгам, то если бы каждый подписчик перешел на чисто электронную подписку, то каждый подписчик мог бы платить половину того, что он платит сейчас за печатное издание. И мы, редакция могла бы работать в том же режиме, в котором мы работаем сейчас. То есть мы можем делать все, что мы делаем сейчас, за половину
доходов, которые мы получаем от подписки, и без рекламы, если у нас не будет печатной версии. Да, все. Спасибо. И у нас есть еще вопрос. Это вопрос от Юрия Пургина. Эва сказала в своем интервью, что в перспективе вы видите себя уже не медиадомом, а группой нишевых изданий. И спрашивает Юрий, действительно ли это так? Это уже стратегия или пока гипотеза? Ну, возможно, Юрий здесь немножко не так понял слова Евы. Мы в будущем, возможно, или по всей вероятности, у нас будет менее обширный охват тем, а больше акцент будет делаться на именно вот тех, немножко будет другая тематика. Будем исходить из того, что интересует наших читателей. Это вот, как Ева сказала, это вопросы здравоохранения, образования и так далее на местном уровне. Возможно, у нас будет меньше общенациональных материалов, например, общешведских таких материалов. Возможно, мы будем в большей степени местными изданиями. Я бы сказал, что это больше, чем гипотеза, но пока еще не стратегия. Спасибо большое. Я вижу здесь вопрос о медиа в сельских районах. Да-да-да, вот я как раз его хотела задать. Хорошо, давайте на него. Там много медиа в сельских районах Швеции, как они живут в период пандемии. Ну, я бы сказал, что пандемия, она особо не влияет на этот вопрос. В сельских районах, в большинстве сельских районов Швеции присутствует медиа. Рынок не настолько большой, чтобы он позволял конкуренции, чтобы несколько изданий выходило. Ну, например, наше издание выходит в сельских районах. Ну, я могу взять пример. Существует, есть у нас муниципалитет Флен. В муниципалитете живет где-то 16-17 тысяч населения. Там есть населенные пункты, где живет 2 тысячи жителей или 800 тысяч, 800 жителей вообще. Например, Мелеса есть такой район. Это можно назвать сельским районом, да, то есть по вашим меркам. Там выходит наше издание, да. Есть конкуренция. Конкуренция составляет общественное телевидение, общественное радио. Но мы их не считаем конкурентами, потому что, например, они в основном общественное телевидение областное охватывает всю область. У них, возможно, один материал в месяц, который касается именно вот этого населенного пункта Мельвес. У нас выходит несколько материалов в неделю, затрагивающие вопросы именно вот этих небольших населенных пунктов. То есть, да, то есть в сельских районах выходит наше издание, много других изданий. И как раз именно вот в этой ситуации, то есть именно вот в сельских районах нам легче всего удерживать наши позиции, потому что у нас фактически нет конкуренции. Спасибо, спасибо большое. Мы постепенно будем переходить сейчас к подведению итогов дня. Если вы позволите, я сделаю такое очень-очень краткое резюме дня. Мне кажется, что он был у нас интересный. Мы сегодня говорили о том, и Гжегош начал этот разговор, что растут аудитории медиа, соответственно, растет трафик, но при этом падает реклама, и потом другие спикеры поддерживали, говорили, Эва в том числе, что мы должны все-таки готовиться к будущему без рекламы. Хорошая новость в том, что потребители готовы чаще платить за новости, но платят они только за качественную журналистику. Поэтому это то, на чем мы экономить не должны. Аудитория у нас становится клиентами,
говорили об этом сегодня не раз, и готовы поддерживать свои медиа деньгами. Но особенно это происходит, конечно, тогда, когда у нас не просто аудитория, это сообщество. Мы сегодня тоже много говорили о вовлекающей журналистике и говорили о том, что локальная вовлекающая журналистика – это тоже очень хорошая перспектива. А еще о том, что доверие нашей аудитории – это, наверное, наша самая большая ценность. Мы говорили про кризисный менеджмент сотрудника по отношению к сотрудникам. И тут мы говорили о том, что есть, например, такой опыт Юрия Прыгина, когда открытость к сотрудникам во время кризиса дает очень положительные эффекты. И интересным мне показался тезис Эвы, что в будущем сотрудников поневоле будет становиться меньше, но специализация их будет становиться больше. Еще мне показался очень важным итогом дня разговор с Эвой о поляризации общества, в которой происходит, она происходит везде, во всем мире. Это глобальный тренд, нам с ним жить. И мы, делая качественную журналистику, которая базируется на этических принципах, сталкиваемся с новым выводом, вызовом очень сильным, потому что когда у общества поляризация, то люди чаще готовы платить тем, кто выражает их мнение, кто разговаривает в каких-то нарративов пропаганды. А это то, чего мы не должны себе позволить, и вот это тот вызов, о котором мы думаем. И, может быть, the last, но not least, это о печатных медиа, мы сегодня говорили, мне кажется, это важный поинт, потому что многие из тех, кто нас слушает, сегодня издают и печатные медиа в то же время. Сегодня прозвучала от Иры Новик новость о том, что вот в эпоху кризиса они думают о издании печатного медиа как такого премиум-контента для своей аудитории. И я хочу сказать, что у нас в Беларуси еще тоже кризис наш политический выявил совершенно удивительные эффекты, потому что власти недаром запретили 4 печатных медиа, остановили печать и распространение. А почему это произошло? Потому что люди выходили вот так с газетами, на обложках которых было... или напечатаны истории людей, попавших под пытки в СИЗО. И люди несли их в руках. Газеты приобрели роль таких, знаете, документальных свидетельств и артефактов. Это тоже то новое. В общем, наверное, я бы сказала о том, что роль печатной прессы не уходит, она просто очень сильно меняется. Спасибо большое за такой насыщенный, интересный день. Спасибо нашим спикерам, спасибо гостям. Мы с организаторами хотели бы закончить сегодняшний день такой, может быть, минутой или двумя минутами, когда мы могли бы выразить нашу солидарность. Наша солидарность сегодня со всеми теми журналистами, которые... попадают в тюрьмы, которые арестовываются, которые подвергаются психологическому, физическому насилию, в которых стреляют, которые иногда погибают. Это журналисты во всех наших странах, это журналисты во всем мире. Давайте просто сейчас подумаем о них и будем об этом помнить. Еще раз спасибо большое всем участникам.